Кассета вторая. Тайна святых. Страница 365. По житию святого Никиты можно уразуметь, как чтилась в пещерах свобода брата. И как в то же время любовь братьев спасала брата, духовно заблудившегося вследствие свободы. Святой Никита, будучи еще молодым, пожелал затвориться в пещере. Тогдашний игумен Никон не советовал, однако и не запрещал. Никто не возбранял Никите, и только когда обнаружились страшные плоды его затворничества, он забыл о Новом Завете и хорошо знал только Писание Ветхого Завета. Ему были ложные видения, ангел в кавычках за него молился, а сам он только читал книги. И он пророчествовал приходящим к нему, пророчества исполнялись, и Никита приобрел большую славу. Тогда только любовь братьев спасла его от лжесвятости. Не путем насилия, а чудесным образом. Сказано в Патерике, что однажды к нему собрались святые для молитвы, и бес тотчас оставил больного духом. После этого Никита уже ничего не помнил из Ветхого Завета и даже уверял, что никогда и не знал его. Придя в себя, Никита понял свою тяжкую ошибку и начал новую жизнь во Христе. Был епископом новгородским и творил истинные чудеса. Конечно, только там, где любовь братьев, сопровождаемая чудесами, спасает от ложного пути, возможна полная свобода. Такой и была Печерская обитель, община совершенной церкви. В житии святого Никиты раскрыт путь одного святого, как он, покаявшись в самопроизвольном служении, всецело вручил себя Христу и тогда был призван в служение истинному. Только по воле Божией раскрывается духовный путь служителя верного. Но, конечно, путь многих остается скрытым. Что можно сказать о тайной молитвословии или о священной муке послушания, когда послушникам ради чудесного строя монастыря его свидетельство верного, его апостольство, не слове, а самой жизни, является святой, который духовностью превосходит того, кому он послушен. Только случайно можно узнать о силе Божией, пребывающей на верном послушнике. Так сказано об Исааке. Однажды повар на кухне, где прислушал Исааке, сказал ему, шутя или по промыслу Божию: «Исааке, вон по двору гуляет живой ворон, пойди, принеси его». Тот вышел, тотчас вернулся, неся в руках живого ворона, ему и тварь вся повинуется. В сказании о мироточивых главах читаем, в пещерах находятся и мироточивые главы, о которых неизвестно, каких они людей, но что они принадлежат святым Божиим, видно из того, что они непостижимым образом истощают из себя мира с божественным даром исцеления для тех, кто с верою приходит и мажется им. Но так же, как неизвестно, кому принадлежат главы, невозможно сказать, сколько было святых в пещерах. Не только жития, но даже и имена их скрытые остались неизвестными. Исказатель, заканчивая Патерик Киево-Печерский, многозначительно добавляет: «Мы надеемся, что тот, кто сказал «Я звезда светлая утренняя», не оставит до конца быть скрытыми и неизвестными печерские звезды, но некогда светит тайно и объявит вся, каким он сам знает судьбами». Из чтения жития отдельных святых мы можем сказать, что здесь были обладающие дарами исцеления и иными многими духовными дарами. Также пророчество, в смысле апостола Павла, то есть видение сокровенного человека, дарами любви. Наиболее сказано об этом даре при жизнеописании святого Феодосия, о чем будем говорить ниже. Характер и цель особливо подвига святых Печерской обители. Господь призвал святых и дал им определенное послушание, сказано, Антонию надлежало поселиться в пещере. Этим раскрывается характер первоначального подвига печерских святых. Трудно, даже страшно, было стояние Церкви Христовой во всем тогдашнем мире. Мы показали, какова была Византия, откуда русские приняли христианство. Невозможно было восприять чистоту веры от греческого иерархического священства, нахлынувшего на Русь, в качестве учителей христианства. Нечистота веры у них была не в догматическом смысле, а в отсутствии милости и любви. Без любви же христианская истина всегда искажена.
Русская поместная церковь имела, как и всякая поместная церковь, свою собственную жизнь. Доброта, свойственная славянам, еще в языческие времена была великим достоянием, стяжавшим особую милость Божию к их церкви. Но никогда не пристающее в человечестве строение царства мира земного не могло не увлекать в недра великой блудницы и русский народ церковь. Силы общенародного сопротивления были недостаточны. Любовь братская, христианская, остывала. Чтобы продолжала сиять милость и любовь на Руси, необходимо было великими подвигами отречения от мирских соблазнов уничтожать страстный свет великой блудницы. Сами праведники только при великой помощи Божией могут снести тягостное бремя такого отречения. И вот Господь избирает из членов церкви русской людей самых терпеливых и самых благочестивых, и, простирая над ними покров своей помощи, посылает в глубину земли. Они будут нести непосильное бремя своих ближних и таким образом помогать им в борьбе с душевной тьмой. В 1028 году святой Антоний поселился в Киевской пещере, готовя жилище для Божьего дела. В 1032 году пришел к нему святой Феодосий, но святой Никон тогда уже обитал вместе с Антонием, и святой Нестор свидетельствует: были три великие светила, сияющие в пещере, разгоняющие тьму бесовскую молитвой и постом: преподобный Антоний, блаженный Феодосий и великий Никон. Но если они и сияли тогда, то невидимо глубокое подземелье, не пещера в нашем смысле, рассмотрите на плане, скрывало их в своих недрах. Но именно там рождалось в любвеобильном присутствии распятого Христа, ибо на земле его распинали, адамантова крепость Христовой совершенной церкви. Там продолжалось долго, почти 20 лет. За это время пришел к ним из Польши великий страдалец Моисей Угрин, брат убитого оруженосца святого Бориса, защищавшего его от убийц своим телом. И только к концу Ярославового царствования, Ярослав умер в 1054 году, конечно, по воле Божией, прошла молва о святых скимниках, и к ним, ведомые Духом Святым, водимые, стали собираться прочие избранники, члены созидаемой Христом совершенной церкви. Так собралось около Антония, братья, 12 человек, выкопали обширную пещеру в подземелье, устроили в ней церковь и кельи. Но вот наступило время как бы показаться на свет Божий. Первый игумен Варлаам поставил небольшую церковь вне пещеры, 1056 год. В тот же час возвещена была воля Божия о том особом состоянии, в каком должна была пребывать печерская община. Святой Антоний сказал: «Вот, братья, Бог вас собрал, да будет на вас благословение Бога и Пресвятой Богородицы. Живите теперь одни, я же буду продолжать жить в уединении». И святой Антоний, избегая всякого мятежа и молвы, затворился в одной из келий подземелья, вскоре стал копать новую пещеру, которая находится под великим печерским монастырем, воздвигнутым позже, как его невидимый духовный фундамент. Означало ли уединение Антония разъединение со всеми? Нет. Только знаменование продолжающейся подземной, мученически трудной жизни общины. Братья надлежало вскоре переселиться на землю, построить на горе монастырь. Это сделано по совещанию святого Феодосия, второй игумен после Варлаама, с Антонием в 1062 году, когда число иноков возросло до 100 человек. И святой Антоний с радостью дал свое согласие. И далее во всей жизни монастыря Антоний незримо присутствует, иногда, видимо, ухаживает за больным Исаакием. Когда к нему, к концу его и феодосийской жизни, 1072-73 год, было решено поставить великую церковь, он и спрашивает у Бога указания, место для храма. Но так же, как Антоний продолжает участвовать в жизни Нагорной, участвует в жизни подземной многие из братьев. И сам Феодосий по временам удаляется в подземелье, а Великий пост проводит там бессменно. Его именем названы ближние пещеры, и Антониевские – дальние. Община как бы раздвояется на пещеру в подземелье и на гору выстроенный монастырь. Вернее же сказать, она является собой тело церкви подземно-горное, невидимо-видимое, одной своей частью погруженное в мрак подземелья, распятие без воздуха, солнца, света, а другой, являя миру свою нагорную жизнь.
Мир поедает силы церкви, борющиеся непрестанно с мраком его света, и они пополняются из подземелья. Два столпа Печерский, Антоний и Феодосий, неразрывны. Один начальник подземной дружины, другой правитель видимого монастыря. Но, конечно, тот и другой, так же, как и вся братья, духовно живут и там, и здесь. Изумительным символом Печерского монастыря является святой Иоанн Многострадальный. Боримый зверем и не находя сил для борьбы с ним, Иоанн в пещере закопал себя в землю, оставив свободными только руки и голову. Только тогда почувствовал он себя чистым от скверны. И вот пришел на меня, говорит Иоанн, неизреченный свет, который ныне есть. И все достойно приходящее ко мне, все насыщаются такого света, осветившего меня в ночь воскресения. То, что церковь рождена в подземелье, там ее истинное отечество, свидетельствует и судьба великого великолепного Нагорного храма. Выстроенный при необычайных чудесах, на построение его таинственно были посланы из Царьграда самой Богородицы и знаменитые зодчие. Далее, при совершенно чудесных обстоятельствах, приплыли в Киев иконописцы, которые также таинственно были наняты в Царьграде. При росписи храма большая икона сама явилась на стене. И вот эта церковь через 150 лет была совершенно разрушена татарами и много раз возобновлялась. Между тем пещеры с их церковью сохранились во всей своей первоначальной простоте до сего дня. Любовь в печерах. Чистота веры, которую творили печерские праведники, была любовь. Торжество этой великой истины Христовой мы созерцаем прежде всего в житии самой братьи, а затем и в Киеве, и во всей русской земле, которые озаряли и преображали лучи печерского солнца. Невозможно понять древний Киев, не выяснив глубокой связи между ними и жизнью монастыря. Характер князей, но, разумеется, не одних князей, после Ярослава Мудрого, умер в 1054 году, в течение около 100 лет складывался под влиянием святости в печерах. Люди не только настраивались благочестиво, но и испытывали скорбь от своего уклонения от правды Христовой. И это вело их к великому покаянию. Менялись пути истории, и вместо жалкой судьбы жители русской земли стяжали себе путь Господень. Прежде скажем о любви братьев друг к другу. В сущности, передать на словах жизнь любви невозможно. Даже апостол, говоря о первоначальной Иерусалимской общине, выражается для нас трудно постигаемым языком. Было у них одно сердце и одна душа, и из имения никто ничего не называл своим, и все у них было общее. Теперь некоторым кажется, что это был какой-то усовершенствованный коммунизм. Это от того, что великая благодать любви есть чувство, дарованное от Бога только данному человеку или данной общине, и совершенно недоступное для посторонних. Лишь современники высокоблагодатных людей бывают иногда счастливы, ибо лучи той любви падают на их сердца и способны возжечь в них Божий огонь. Про первую Иерусалимскую общину сказано, и находились они в любви у всего народа, а также никто посторонний не мог пристать к ним. Вот почему и у Нестора мы находим изображение отношений печерской братьи друг к другу не по существу, а как бы описательно. Нечто дивное, умилительное, радостное представляло из себя братья святой печерской обители. Все они между собой пребывали в любви. Если кто-либо впадал в искушение, его утешали скротостью. Святой Феодосий плакал, когда наставлял. С любовью принимали на себя его грех и вместе несли эпитимию. Сокрушались о всяком, кто имел намерение оставить обители за каких-нибудь тяжелых, по его вине возникавших неприятностей. Ходили за ним, как мать ходит за ребенком, стараясь, чтобы он забыл свою вину. Если уходил, посылали неоднократно, прося с любовью возвратиться. Все шли к игумену, кланялись и умоляли игумена. И была великая радость, когда приходил обратно. Община совершенно не то, что усваивает, а воплощает в себе истину Христову, выраженную апостолом Павлом так: к слабейшему члену церкви наибольшее попечение. Не выгонять злого, а стараться смягчить его сердце. Не отлучать от себя, а нести за него наказание. К преступнику относятся с величайшим милосердием. Не только не наказывает, но не терпит, когда другие власть наказывают. Вот говорится в житии святого Григория Чудотворца Печерского: преподобный ничего не имел, кроме книг для чтения и молитвы.
Однажды ночью пришли воры и, притаившись, ждали, пока он уйдет к заутрене. Блаженный чувствовал их присутствие и стал просить у Бога им прощения и исправления. Тогда воры заснули и проспали 5 дней. Наконец святой Григорий при многих братьях разбудил их и сказал: «Уже пора, идите по своим домам». Но от истощения они не могли двинуться. Тогда святой накормил их и отпустил. Когда правитель города узнал об этом, он посадил воров в тюрьму. Григорий очень опечалился, взял свои книги и принес правителю, как бы выкуп, прося их освободить. Через некоторое время эти люди пришли в обитель, чтобы остаться здесь навсегда работниками на братию. Однажды привели к игумену Феодосию связанных воров, пойманных на монастырском поле. Увидев их связанных, Феодосий заплакал, приказал развязать, дать им есть и пить. Ласково заговорил с ними, просил их отказаться от всегдашней праздности и быть снисходительными к другим, не обижать никого. Наконец, отделив им часть своего имения, отпустил. Они ушли, славя Бога, сказано в летописи. Из Патерика мы узнаем, что милостивое отношение к преступникам не проходит бесследно, вернее сказать, имеет великий смысл, ибо на милость человека к человеку Господь ответствует своей милостью и к милующему, и к милуемому. Вот как говорится об этом в житии святого Феодосия. Однажды, когда был ремонт, ограда монастыря снята, в темную ночь пришли разбойники и подошли к церкви. Но, услышав там пение, удалились в лес, ожидая, когда братья разойдется по кельям. Через некоторое время разбойники вернулись, но опять слышалось пение, и церковь была необычайно освящена. И так было в течение всей ночи. Но вот пришло утро, и пономарь стал звонить к службе. Тогда разозленные разбойники, поняв, что были обмануты каким-то видением, решили прямо напасть на иноков и всех убить. Они устремились на церковь, где собралось братья, но церковь вдруг поднялась на воздух вместе с людьми, там бывшими незаметно для молившихся, но разбойники не могли даже дострелить до нее. Пораженные великим страхом, они разошлись по домам, обещая никому больше не делать зла. Через некоторое время старейшина их вместе с 3 товарищами пришел к Феодосию и, каясь, рассказал ему обо всем. И Феодосий, радуясь, что спасены души людей, с любовью отпустил их. И они пошли, славе благодаря Бога и святого Феодосия. То же самое было подтверждено и одним преступником, которого вели связанным мимо монастыря. Указывая на обитель, он сказал, что много раз приходил сюда для кражи, но всегда видел чудесный город, стоящий вверху, так что не мог к нему приблизиться. Говоря о чудесах и любви в Печерской обители, приходит на мысль некое очень важное соображение вообще о жизни святых. Насколько в человеческом воспоминании ярко запечатлеваются чудеса, настолько бессильна память о любви. Причем необходимо отметить, что милосердие есть только плод любви, а не любовь. Любовь же есть свет сердца, непередаваемые, неизъяснимые отношения, сердечные. Вот почему о жизни святых по-настоящему мы ничего не знаем. Ибо жизнь их есть только любовь. Все же остальное несущественно для святости. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы передвигать, а не имея любви, то я ничто. Иначе сказать, без любви нет разницы между святыми и лжесвятыми. Поэтому нужно признать, что у русского народа, хотя и сохранилось воспоминание о Киево-Печерском монастыре как о некоем великом времени народной жизни, но что там было, никто по-настоящему не знает. Или обманывается, принимая несущественное за главное. Что это именно так, изумительно засвидетельствовано в самом Патерике Печерском. Первая часть его составлена из записи летописца Нестора, принимавшего участие в святой жизни обители. Вторая часть написана архимандритом Поликарпом, который воспроизвел жития святых со слов епископа Симона, так же как Нестор, бывшему монастыре в пору его блаженной жизни. И вот между свидетельством Нестора о святых, первых чернорисцах печерских, из коих жития некоторых он описал в первой части, так называемая эта глава, Патерика, и между посланием отца нашего Поликарпа к блаженному Акиндину, архиепископу печерскому, о святых печерских, так называется глава, заканчивающая писание Поликарпа, наблюдается чрезвычайная разница в духе писания. Нестор говорит только о любви, о чудесах он говорит мало. Любовь он ставит в основании жизни Печерской. Поликарп же ни слова не говорит о любви, его поражают только чудеса. Величие дел, как он выражается, и аскетические подвиги.
Для Нестора воспоминание умилительно, его выражение. Для Поликарпа все это страшно. Я беседовал с тобой об этом с великим страхом и смущением, пишет. Ибо чудеса и большой аскетизм без памяти о любви возбуждает страх. Вот почему встречается противоречие внутреннего характера во второй части при сравнении ее с первой. Достаточно одного примера. В житии святого Алипия сказано, монахи, двое, были обличены и выгнаны игуменом из монастыря, тогда как Нестор свидетельствует, что не только никого не выгоняли, но если кто из братьев подал согрешение, все относились к нему с братским участием и сочувствием, а кто отходил из обители, все остальные печалились, призывая возвратиться. Церковь, утратившая любовь, сейчас же найдет отговорку. Особо преступных надо выгнать и так далее. Но любовь не имеет оговорок, и Церковь Христова спасает грешных. Я грешных пришел спасти. А теперь скажем о том чудесном воздействии, которое имела Печерская обитель на Киев и на всю землю русскую. Вот что читаем в похвальном слове святому Феодосию. «Радуйся, просвещение российской земли, просиявшая, как десница с востока и просветившая нас всех светом добрых дел». Но почему говорится в единственном числе только о Феодосии, а не о всей святой общине? Потому что святого Феодосия можно почитать трубой из златокованной печерского неба. Это небо исполнено видимых, маловидимых и вовсе невидимых звезд. Дышало, жило любовью Христовой. Феодосия же Бог избрал быть ему сиянием всем доступным. Свет духовный, виденный по соизволению Божию, многим над Печерской обителью, всегда сочетали с именем Феодосия. Так однажды игумен одного монастыря увидел чудесный свет над монастырем святого Феодосия. Изумляясь такому чуду, читаем в летописи, он прославил Бога и сказал: «О, сколь велика благостыня Твоя, Господи! Ты показал такого светильника в этом святом месте!» Так же и многие другие видели не однажды этот чудесный свет и рассказывали всем, даже боярам и князю. Однако и многие из братьев Печерских творили дивные дела, но как бы в тайне. Никто не показывался за воротами монастыря. Как сказал однажды безмездный врач Агапит, когда смертельно больной Владимир Мономах прислал за ним: «Коли для него выйду и для всех буду выходить, прошу прощения, не пойду». Только по настоянию игумена послал он князю целительное зелье. Феодосий же появлялся всюду, и у князей, и среди бедняков, и даже ходил в еврейскую слободу спорить с жидами о вере, как заметил позднейший лишенный любви переписчик. Но, конечно, чтобы и там целить души, ибо святые не занимаются бесплодными спорами. Если Феодосий идет, то на жатву Христову. Небольшое сообщение Нестора открывает характер деятельности Феодосия в Киеве. Его встретила на постройке церкви, где Феодосий обыкновенно трудился, как всякий инок, бедная женщина, и стала просить освободить ее от неправильного решения судьи. «Ты многих избавляешь от печали и напасти», — говорила она, — «спаси меня». Феодосий тотчас отправился к судье и, обличив его, освободил женщину. Этот поступок монаха является тем родом действий, с которым почти с самого начала Византийского царства боролись императоры, ибо монахи первого христианского периода в империи постоянно вмешивались в судейские и административные дела, разумеется, чтобы спасать преступников от жестоких казней, и таким образом мешали спокойному отправлению судебно-административной практики. Ко времени принятия христианства Русью императоры давно уже победили, и разного наименования церковнослужители давно уже подчинились в Византии ее безжалостному духу, сами прониклись им. Явившись в Россию, они старались привить его русским князьям и народу. И вот Киево-Печерская обитель, рожденная милостью Божией, теперь восстала духовно, чтобы противопоставить безжалостности любовь. Если припомним число епископов, приведенное святым Симоном, 50 в течение 80 лет, епископов, вышедших из Печерского монастыря и всюду сеющих его дух, если приведем еще одну цитату из летописи того времени, был этот епископ грек и потому лукав, то поймем, на чьей стороне были симпатии русской земли. Женщина сказала Феодосию: «Ты многих избавляешь». Если сопоставим с этим «многих избавляешь» доброту Феодосиевой, он плакал при виде связанных на монастырском поле воров, сопоставим с этим «многих избавляешь» необычайное уважение к Феодосию всех высших сановников Киева,
Это мы знаем из истории с повозкой, на которой возвращался Феодосий от князя Изяслава, когда все бояре, встречавшиеся с ним, сходили со своих коней, чтобы поклониться игумену. Княжеская честь. Вспомним слова Нестора летописца, что князь Изяслав так любил Феодосия, что во всем слушался его, и что Феодосий беспрепятственно входил во все судилища, чтобы обличать судей, вернее, призывать к милости. Мы можем представить себе картину административно-судебной деятельности Киевского княжества, постоянно смягчаемой и исправляемой неудержимо добрым игуменом Печерским, за которым стояла вся община любви и сам Христос. Многие, тогда сказано в летописи, приходили к преподобному Феодосию, исповедовали перед ним грехи и получали великую духовную помощь. Особенно же любил Феодосия князь Изяслав, наследовавший Киевский престол после отца своего Ярослава. Отношения князя и игумена можно назвать трогательными. Изяслав как бы не мог жить без Феодосия. Он все время то звал его к себе, то приходил сам, причем никогда, хотя это не соответствовало княжескому этикету, не въезжал в монастырь на коне, а всегда пешком без свиты. Рассказан один случай, когда привратник обители не хотел впустить князя вследствие запрещения игумена отворять ворота до вечерни. Только по особенному настоянию князя он, не отворяя ворот, пошел доложить игумену. «Как велико твое запрещение!» — воскликнул князь, увидев подходившего Феодосия. «Даже князя велено не пускать!» «Братья, нужно отдохнуть после ночного словословия», — кротко сказал Феодосий. «Но мы рады твоему приходу. Твое непрестанное усердие много полезно для твоей души». И они пошли в церковь, а потом к Феодосию. После этого сказано в летописи, князь еще больше полюбил Феодосия. Даже скудную еду монастырскую Изяслав находил гораздо вкуснее своих многоценных блюд, о чем с удивлением говорил Феодосию. «Это от того, — ответил Феодосий, — что наша пища готовится с благословением, и между приготовляющими ее всегда любовь и согласие. А твои слуги, вероятно, часто бронятся, и старшие обижают и бьют младших». Не менее чем Изяслав был любовью расположен к святому Феодосию, его брат, второй сын Ярослава I, Святослав, занимавший Киевский престол по изгнании Изяслава до своей смерти, 1072-76 год. Изяслав дважды был изгоняем из Киева, объяснение этого помещено у нас. Хотя Феодосий, гневный на Святослава за изгнание Изяслава, очень обличал, можно сказать, срамил его перед боярами и народом, так что Святослав по временам впадал в ярость от этих обличений. Однако он ничего не сделал Феодосию, ибо он почитал его праведником и еще прежде завидовал Изяславу, что тот имеет в своей области такого светильника. Следует заметить, что этот Святослав, когда узнал, что Изяслав очень негодует на святого Антония, прислал за Антонием тайно ночью и взял его в свой город Чернигов. Но вот стоило только Феодосию смягчиться через некоторое время, как Святослав, сказано у Нестора, очень обрадовался и послал к преподобному спросить, позволит ли он прийти в монастырь или нет. Княжествующий в Киеве спрашивает позволение, похоже ли это на времена царей московских. Когда Феодосий благословил, Святослав пришел со множеством бояр и, поцеловав Феодосия, вышедшего ему навстречу с братьями, сказал: «Вот, отче, я не дерзнул прийти к тебе, думая, что, гневаясь на меня, не пустишь в свой монастырь». Преподобный отвечал: «Что значит гнев наш против тебя, державный князь? Но нам подобает обличать и говорить во спасение души, а вам должно слушаться». С этого времени Феодосий постоянно стал приходить к князю. И всякий раз, когда извещали князя о прибытии старца, он выходил навстречу и с великой радостью вводил его в свой дом. И тотчас во дворце прекращалась музыка и танцы, если они в это время происходили. Радость однажды прибытия Феодосия, Святослав сказал: «Отче, поистине говорю тебе, я не так бы радовался воскресению отца моего, как радуюсь ныне твоему приходу». Святослав был удостоен Господом узнать о кончине Феодосия. Он увидел огненный столб над монастырем, от земли до неба, в час отхода к Господу свидетеля верного. Вот что изумляет, несмотря на такое необычайное преклонение и любовь Святослава к Феодосию, святой не мог убедить князя возвратить престол брату Изяславу. Ни мольбы Феодосия, ни его гнев, ничто не действовало на Святослава. И опять приходит на ум, не было ли здесь тайного промысла Божия, ибо при великой запутанности дел и людских отношений на земле многое, кажущееся странным, даже невозможным, происходит по соизволению Божию.
так и здесь. Быть может, Святославу необходимо было при конце жизни общение со святым Феодосием именно в том месте и обстановке, как оно случилось при занятии им Киевского престола, а Изяславу на время принять крест и отдохнуть от княжеского величия. Следует обратить внимание на отношение святого к князю, как к властелину. Велика ответственность христианского правителя за свое правление. Поэтому каждый по-христиански разумный князь или царь всегда жаждет найти себе добрых советников, и прежде всего святых, то есть людей, руководимых Духом Святым, которые во всяком деле могут направить на путь истины. Царское миропомазание при хорошем устремлении самого человека помогает развиться хорошим качеством, но не делает святым, то есть всегда руководимым Духом Святым. Впрочем, христианский правитель волен и не искать святых советников, а поверить в свое самодержавство, к несчастью, конечно, и для самого себя, и для народа. Высшее нечестие проявится в том, что святого, пришедшего обличить князя в неправде, выгонят вон или даже посадят в заключение. В свою очередь на святых, если они не удалены Богом в пустыню, во времена безнадежно самодержавных правителей лежит святая обязанность приходить к царям и обличать их и наставлять, чтобы понять, как труден и опасен в мире царский путь, и как тяжки цари Богу при их постоянных уклонениях в противоположную от Бога сторону, ибо нет ничего соблазнительнее власти. Следует обратить внимание на одно место в Акафисте трем святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту. Это три постасной силы христианского вероучения. Вот это место. Радуйтесь за веру святую, всегда крепко стоявшая. Радуйтесь, царей обличители безбоязненные, радуйтесь, дьявола победители славные. Нашему позднейшему церковному сознанию такое сочетание понятий и дел может показаться необычайным, а иным даже неблагочестивым. Но, конечно, в Акафисте таким святым нет ошибок, а напротив, все очень глубоко и поучительно. Отношение святого Феодосия и князей его времени построено на высоком христианском вероучении. Мы слышим, как святой с твердостью сказал Святославу: «Нам подобает обличать во спасение души, а вам должно того слушаться». Раньше перед этим он написал Святославу письмо, где назвал его Каином: «Глаз крови брата твоего вопиет к Богу». Обличение тем более строго, что брат был только изгнан, но не умерщвлен. За письмо Святослав крайне разгневался, бросил его на пол, по словам летописи: «Так как лев зарычал на преподобного», впрочем, отсутствующего, «хотел сослать его в ссылку». Святой Феодосий очень обрадовался ссылке, как страданию за правду, и стал к ней готовиться. Но Святослав не дерзнул, сказано в летописи, сделать какое-либо зло, ибо считал Феодосия праведником. Это письмо было до прихода Святослава в монастырь, как мы описали выше. Мы говорим об этом, чтобы ясно стало, что время Феодосия было великое время в церкви русской, ибо святые не боялись грозно обличать царей, а цари не осмеливались, ибо поистине был у них страх Божий в сердце, делать зло Божиим людям. Да послужат нам эти богоугодные отношения свидетелей верных, правды Христовой и сильных мира сего, святым мерилом для изображения дальнейших времен жизни русского народа, церкви. До сих пор мы выясняли лик Печерского монастыря и влияние святой общины на окружающую жизнь. Теперь думаем, отвлекаясь от местного и частного, утвердить некое общее и вышнее положение. Господь, знающий времена и сроки, послал на Русь общину церкви совершенной, конечно, во времена ей благоприятные. Праведность, как познание правды и к ней устремление, должна была воссиять и во всей земле русской. Но как нам найти ее следы, изобразить ее проявления и действия в народе в течение продолжительного времени? События, которые только и заняты историей, есть надрыв и в спокойной жизни народа. Праведный же молчит, святые времена не любят событий. Люди шумные, значит, порочные, и громкие дела всегда плод людей самовлюбленных, тогда как бы отсутствуют. И в жизни народа наступает пора, как это говорится в русской пословице: «Тишь да гладь, да Божья благодать». И вот полнейшее спокойствие наблюдается приблизительно 40 лет, 1095-1135. Это времена Мономаховы. Хотя здесь и княжили четверо князей, но влияние Владимира Мономаха совершенно видимо.
Но как Феодосий был трубою златокованной печерской общины, так и Мономах был добрым выразителем общего духа тогдашней Руси. Его все любили и настойчиво приглашали, а также позднее его сыновей занять престол киевский. В нем видели заступника за правду. По учению Владимира Мономаха детям, то есть его жизненное исповедание, сделалось настольной книгой всех грамотных людей того времени, их домостроем. Значит, по учению Владимира затрагивало сердечную думу людей, иначе сказать, было всем по душе. Об этом поучении и доброте Мономаха скажем в другой главе. Здесь же мы говорим о славе и силе Божией, явленной на Руси. И вот свидетельствуем, что духовное становление Владимир получил через великое участие в его жизни Киево-Печерской обители. Два раза она спасала его от смерти, и во второй раз научила главному в жизни. Было это так. Владимир Мономах, брат его, Ростислав и киевский князь, в то время Святополк, сын Изяслава, потерпели сильное поражение от половцев в 1093 году при реке Стугне. Убегая от половцев, Владимир вместе с братом Ростиславом стали переправляться вброд через реку Стугну. Ростислав утонул на глазах брата, который хотел его подхватить, но сам чуть не утонул. Потерявший брата, Владимир Печальный пришел в Чернигов. Перед этим событием вот что произошло в Печерской обители. Григорий Чудотворец, о котором мы выше говорили, однажды спустился к Днепру, чтобы почерпнуть воды. В это время проходил здесь Ростислав с дружиной, намереваясь зайти в Печерский монастырь за благословением, так как шел вместе с братом Владимиром Мономахом войной против половцев. Слуги Ростислава стали смеяться над Григорием. Старец, провидя их скорую кончину, говорил им: «О, чадо! Если вам нужна молитва, то зачем творите злое и неугодное Богу? Вам скоро предстоит суд, ибо суждено вам вместе с князем вашим утонуть в реке». Ростислав, хорошо умевший плавать, принял слова святого за насмешку над собой и, сильно разозлившись, приказал связать Григория, повесить ему на шею камень и бросить в реку. Слуги исполнили приказ. Ростислав, дыша ярости, не вошел в монастырь, как хотел раньше, и, не приняв благословения, удалился. Владимир же, брат его, зашел в монастырь и получил благословение. Время было благоприятно для добрых. Добрый спасся, а злой утонул. В истории чаще бывает наоборот. В Печерской обители подвязался безмездный врач Агапит. Владимир Мономах смертельно заболел и прислал за Агапитом, надеясь на его помощь, ибо самые знаменитые светские врачи уже не могли помочь ему. Но Агапит сам не пошел к князю, ибо никогда не выходил из обители, а дал слуге князя вареную овощ со своего стола. Так обыкновенно он лечил, то есть исцелял больных. Выздоровев, Владимир послал Агапиту богатые дары со своим боярином. Однако Агапит не принял золото и просил боярина сказать князю: «Я ничего не беру за исцеление, ибо исцеление приходит силой не моей, а Христовой. Сам Христос, который живет среди нас, избавил его от смерти. Скажи князю, чтобы он из своего имения, какое он имеет, раздавал нищим». И князь Владимир, сказано в летописи: «Не дерзая слушаться святого, начал нещадно раздавать свое имение нищим». Так положил Агапит, исцелив от смертельной болезни Владимира, начало его великой милостыни. И сам Мономах торжественно подтверждает это, начиная свое поучение детям, иначе исповедание так: «Страх имейте Божий в сердце, и милостыню творите нераскудную, потому что здесь начало всякому добру». Если Печерская святая община утвердила в князе Владимире Мономахе то доброе, что уже скрывалось в князе, как прирожденное ему, то по отношению к другому князю, Святополку Киевскому, 1093-1113, она совершила великое чудо, ибо преобразила его из злого в доброго. Именно это чудо больше всего свидетельствует о наступлении славного времени на Руси, которому основание положила Печерская обитель, осветила русскую землю. Как совершилось чудо? Доброте, начинавшейся разливаться по лицу земли русской от Печерского солнца, суждено было прерваться, ибо призванный народом на киевский престол после смерти отца Всеволода, 1093 год, Владимир Мономах отказался в пользу своего двоюродного брата, сына Изяслава, Святополка, ибо последнему по старшинству надлежало сидеть в Киеве. Об этом Святополке история свидетельствует так: характер сына Изяслава представлял разительную противоположность с характером сына Всеволода. Святополк был жесток, корыстолюбив и властолюбив без ума. Таким образом, на 20 лет его царствования Владимир занял престол после его смерти в 1613 году. Страна должна была бы страдать от злого правления.
Но святая община входит чудесно в жизнь киевскую, и святополк становится иным. Рассказано об этом в Патерике так. Не отрицая, подтверждая злой характер святополка, Патерик говорит, в это тяжелое и печальное время пришел в Печерский монастырь некий муж именем Прохор. Особенностью его подвижнической жизни было то, что он лишил себя обычного хлеба, а собирал траву лебеду и делал из нее себе хлеб. В Киеве вследствие неурожая и непредусмотрительности князя случился голод. Но именно в этом же году родилось чрезвычайное количество лебеды, и Прохор по внушению Божию собрал ее массу. Когда люди стали голодать, Прохор предложил свой хлеб сначала инокам, а потом и городским жителям. Хлеб этот казался всем сладким и приятным, лучше пшеничного. Но однажды некий инок взял у Прохора хлеб, не спросившись. Хлеб этот оказался черным и до того горьким, что его было невозможно есть. Инок покаялся игумену, но игумен, не поверив ему, решил сам удостовериться в чудесности хлеба. Он послал двух иноков к Прохору, приказал одному попросить, а другому взять тайно хлеб. Действительно, хлеб, взятый без спроса, оказался черным и горьким, как земля. И весь город ходил к Прохору за хлебом, и он никому не отказывал. Это было первое его чудо. Через некоторое время вследствие войны не стало хватать соли, скорбь объяла народ. Тогда Прохор собрал со всех келий множество пепла и стал раздавать его нуждающимся в соли, и пепел стал чистой солью. И пошел народ за солью в монастырь, а базар, где торговцы, пользуясь случаем, неимоверно подняли цену на соль, опустел. Купцы жаловались святополку, что Печерский монастырь вводит их в большие убытки. Князю пришла блестящая мысль самому нажиться на счет монастырской соли. Он послал в монастырь несколько фургонов и конфисковал всю соль. Ее привезли на княжеский двор для продажи. Но когда отведали, соль оказалась чистым пеплом. Между тем к Прохору приходили за солью. Рассказывая о случившемся, Прохор утешал всех такими словами. «Когда соль будет выброшена князем, собирайте ее за княжескими воротами». И действительно, святополк, разочаровавшись в монастырской соли, приказал тайной ночью выбросить ее со двора. И пепел снова стал солью, а народ с радостью собирал ее. Узнав об этом, князь ужаснулся и начал спрашивать о Прохоре. Узнав о его чудесах не только с солью, но и с хлебом из лебеды, святополк устыдился своего дела, пошел в Печерский монастырь и просил прощения у игумена Иоанна, которому прежде питал вражду за обличение в ненасытной алчности и обидах народа. Он даже сослал однажды его в ссылку, но возвратил по просьбе мономаха. После этого он отправился к Прохору просить у него прощения и дал ему обещание никому впредь не делать насилие и обид. Кроме того, сказал, «Если я помру раньше тебя, то своими руками положи меня в гроб, чтобы показать надо мной твое незлобие. Если же ты переставишься прежде меня, я своими руками внесу тебя в пещеру, чтобы Господь простил мне тяжкий мой грех перед тобою». Прохор прожил еще несколько лет и потом разболелся. Тогда он послал к святополку, который был в походе против половцев, прося прийти и исполнить обещание. Получив эту весть, святополк немедленно оставил войско и поспешил в Киев. В своей предсмертной беседе блаженный много поучал князя о милостыне к ближним, о будущем суде, о покаянии. Преподал ему благословение, простившись с ним, воздел руки к небу и предал свой дух Богу. Князь вместе с иноками отнес его в пещеру и положил в гроб, и тогда вернулся к войску. Русские одержали великую победу. Это была победа, дарованная Богом русской земле по предсказанию святополку святого Прохора. С этих пор святополк, отправляясь в поход, приходил в Печерскую обитель за благословением. И вполне благополучно и счастливо протекало теперь время его княжения, получившее после многих кар благословение Божие. И князь святополк открыто исповедовал чудеса и знамения святого Прохора. Если мы сравним изложенное нами житие святого Прохора с житиями других святых печерских, то заметим совершенную разницу. Во-первых, с самого начала. Когда был князь святополк, тогда пришел в Печерский монастырь некий и так далее. Святой Прохор послан как бы исключительно к этому немощному князю, чтобы подать ему духовное исцеление. Также и чудеса его носят всенародный характер помощи народу, как вразумление к князю. Подобных чудес не бывало в Печерской общине. Но должно было продолжаться на Руси доброе время, и ради этого и был силами святой Печерской обители преображен русский князь, сидевший тогда на престоле киевском. Печерская же община, исполнив свое апостольское назначение, начинает молиться.
Что это именно так, можно удостовериться из письма к игумену Печерскому Акиндину Поликарпа, написавшего со слов епископа Симона вторую часть Патерика Печерского. Поликарп свидетельствует, что к моменту писания его прошло уже 60 лет, как не слышно больше о том, о чем он говорит в житиях святых Печерских, иначе сказать, не слышно о славе Божией в Печерской обители. Кончина святого Прохора и была приблизительно за 60 лет до Поликарпа. Чтобы иметь представление о том, как история, которая призвана просвещать народ, пренебрегает при изображении развития дел человеческих видимым участием в этих делах Господа Бога, и потому не в состоянии дать ни малейшего понятия о временах добрых христианских, покажем, как историк, считающийся наиболее религиозным, Сергей Соловьев, излагает Патерик Печерский о святом Прохоре и князе Святополке. В житиях святых Печерских находим известие. Однажды вздорожала соль в Киеве. Иноки Печерского монастыря помогали народу в такой нужде. Святополк, узнав об этом, пограбил соль у монахов, чтобы продавать ее самому по дорогой цене. Игумен Иоанн обличил его корыстолюбие. И только. Это историк приводит из жития святых, чтобы характеризовать князя Святополка. Сладость плоти, заповеданная язычеством предков, и безжалостность духа христианской Византии, откуда мы приняли нашу веру, и продолжали принимать высшую иерархию, мрачили христианское сознание. Необходимо было как бы снова добыть Христову истину. И вот под земельем, сокрушая торжество плоти, слезами растопляя окаменевшие сердца, Печерское братство добывало истину и передало ее народу русскому. Тогда, дважды спасенный от смерти Печерской обителью, добрый от природы не монах, а великий жизненный деятель провозгласил эту истину на общенародном языке. Летописец Нестор, проникнутый духом Печерской обители, свидетельствует, что монастырь Печерский поставлен слезами, пощением и молитвой. Владимир же Мономах смело преображает эту тройную формулу, то есть раскрывает ее тайный смысл и провозглашает ее основной жизни, основой жизни христианской. Тремя добрыми делами побеждается враг: покаянием, слезами, то есть умилением сердечным, и милостыней. Ни одиночество, ни монашество, ни голод, а таким малым делом добывается милость Божия. То есть, скажем словами нашего любимого святого позднейших времен, стяжается Дух Святой. Напомним, что Владимир Мономах никогда не отступал от своего исповедания, ибо оно было кровью его сердца. Вот что силится вспомнить русский народ, продолжая любить и чтить древний Киев, как не любил и не чтил ни одной из столиц его сменивших. И на бытие Печерского монастыря, приложение к солнцу русской земли. Ни чудеса знаменит высшую жизнь Печерской обители. Святой изобразитель духовной жизни монастыря, летописец Нестор, о чудесах упоминает как бы вскользь. И, думаем, нарочито говорит о немногих чудесах, и притом о таких, которые не особенно поражают читателя. Но все его внимание обращено на братнюю любовь общины. Поэтому и мы в главном очерке не стали говорить о множестве изумительных чудес. Об этих чудесах говорит вторая часть Патерика, написанная архимандритом Поликарпом со слов святого Симона, епископа Суздальского. Поликарпа поразили чудеса, и он говорит только о них. Из его книги мы убеждаемся, что характернейшей чертой этих чудес была их повседневность. Можно сказать, Господь преобразил житие киевской общины в инобытие. Марк, названный пещерником, копал в пещерах места для погребения умершей братьев. Однажды умер некий черноризец, уже совершилось в церкви отпевание. Один из друзей покойного пошел посмотреть, готова ли могила. Но Марк сказал ему: «Пойди и скажи умершему». «Так, грешный Марка говорит тебе: братья, прибудь здесь на земле еще день этот, а утром отойдешь к желаемому тебе Христу, а тем временем я приготовлю место тебе и возвещу о том». Выслушав Марка, пришедший возвратился в церковь, где все еще продолжалось отпевание, и, обратившись к мертвым, повторил сказанное Марком. Вдруг, к общему удивлению, умерший открыл глаза, и душа его возвратилась к нему. И он прибыл тот день живым, хоть никому и не говорил ни слова. На утро Марк сказал тому же брату: «Иди и скажи ожившему, говорит тебе Марка, остави уже сей живот временный и перейди в вечность, отдай дух твой Богу. Тело же твое будет положено в пещере, место уже готово.
Как только произнесены были эти слова в церкви, оживший тотчас смежил очи и стал бездыханным. В другой раз Марк не успел расширить могилу достаточно для того, чтобы можно было, по обычаю, возлить елей на покойника. Когда погребавшие стали укорять его за это, пещерник со смирением всем кланялся и говорил: «Простите меня, отцы, за немощь мою, по немощи, не докончил дело». Но погребавшие были очень недовольны. Тогда Марк, обернувшись к мертвецу, сказал: «Так как место тесно, то подвинься, брат, сам, и приняв елей, возлей на себя». Мертвый простер руку, наклонившись немного и взявший елей, возлил на себя крестообразно. Елей жития Спиридона Просфорника. Святой Спиридон однажды развел огонь в печи, и вдруг от вырвавшегося из печи пламени загорелся потолок в келье. Спиридон мантией своей поспешно закрыл устье в печи и завязал рукава властяницы своей, побежал с нею к колодцу, наполнил водой и, возвращаясь в келью, звал на помощь. Сбежавшаяся братья увидела, мантия которой была закрыта печь, осталась совсем неповрежденная от огня, и вода оставалась во властянице, не вытекая из нее. И ею тотчас был потушен пожар, или жития святого Григория Чудотворца. К святому Григорию в огород забрались воры, опустошив его и наполнив мешки, они двинулись к выходу. Но вдруг как бы приросли к месту и в течение 2 дней простояли, никого не видя и сами никем не замечаемые. Наконец громко стали каяться, звать Григория и просить о помощи. Святой Григорий, придя с братьями, отпустил их, но они решили остаться при монастыре и служить братьям. Из жития святого Феодосия. Главный пекарь докладывает игумену Феодосию, что нет муки. «Посмотри, может быть, кое-что осталось». «Отче, поверь, я сам вымел засек, там 2-3 горсти отрубей, не больше». Феодосий сказал: «Господь силен из малого сотворить великое. Иди и посмотри, не будет ли Божие благословение на этот раз». Пекарь пошел и увидел засек переполненным до того, что мука сыпалась через верх. И жития Алипия иконописца. Алипий был болен, начал, но не мог дописать икону для одного благочестивого человека ко дню праздника, как обещал. Накануне праздника Алипий сказал горевавшему заказчику: «Я отхожу от мира сего, как явил мне Господь. Но помни, что Господь волен написать икону единым словом». На другой день заказавший икону человек вошел утром в церковь и увидел икону, стоявшую на предназначенном ей месте, сияющую, как солнце. Церковная община, в которой жизнь исполнена непрерывных чудес, не носит ли особого именования? Да, это жизнь новой твари. По великому милосердию Господь в церкви, утративший совершенство, воздвигает в лике одной общины тех, к кому апостол Петр обращался со словами: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, подобие первоначальных христовых общин церквей». И вот в этом чудном свете все, что мы считали твердым, законным, даже священным, до такой степени нарушено, что земной мир уже не кажется нам тем, каким мы его созерцаем. Сама церковь наша в ее затвердевшем иерархическом строе со всей важностью своих обрядов и чиноположений теряет, если можно так выразиться, весь свой престиж, разоблачается вся ее великая немощность. Вот, например, нет ничего уважительнее в этой церкви сана епископа. Еще уважительнее архиепископ, еще выше митрополит и верх достижения патриарх, святители по сану один выше другого. А вот святой Симон, епископ Суздальский и Владимирский, бывший инок Печерского монастыря, говорил, что он с радостью отдал бы все величие своего сана за то, чтобы только хворостиной торчать за воротами Печерской обители или сором валяться в самом монастыре. Сор Печерский предпочитает святительскому епископскому званию. Конечно, святой Симон знал, о чем говорил, ибо был и иноком Печерским, и епископом великих областей. Или во что обращается церковный обряд, когда во время отпевания, не считаем ли мы перерыв такой службы кощунством, живой обращается к покойному, и умерший оживает до следующего утра, отпевание прерывается, так сказать, на полуслове. Отпетым или не отпетым, на другой день отойдет оживший к желаемому им Христу, по выражению Марка. И ведь все это происходит по соизволению Духа Святого, ибо святые не своей волей подвязаются на разговоры с умершим. Или в другом случае,
Ради ли совершения принятого обряда мертвый приходит в движение и сам на себя возливает елей? Конечно, нет. Ибо святой Марк долго и смиренно кланялся и умолял хоронивших покойника простить его ради Христа, что выкопал слишком тесную могилу и тем сделал невозможным совершение обряда. Но так как погребавшие продолжали гневаться на могильщика, то Господь явно оправдал его, соизволив покойнику самому на себя возлить елей. Между земным и загробным состоянием нет грани, и любящий брат земного времени обращается к любящему брату, покинувшему свое временное житие, и просит его опять вернуться к временному существованию на один день. В Петерском мире исчезает время. Так знаменитый врач киевский армянин говорит после смерти безмездного врача Агапита Печерского. «Когда я видел его в последний раз, то по земному ему оставалось жить не более 3 дней, ибо он уже совершенно изменился и изнемог. Такие не живут более 3 дней. Но так как Агапит захотел прожить 3 месяца, то Господь ему дал. И если бы он захотел прожить 3 года, то Господь послушал бы его». Исчезает земное притяжение, церковь в воздухе и в то же время на земле. Уничтожается пространство, святой Евстратий исчезает из половецкого плена, где его стерегут. И в тот же миг появляется за 1000 верст церковь Печерского монастыря весь в оковах и ранах, как был в плену. Или святой Григорий, брошенный по приказанию князя Ростислава в глубину реки с камнем на шее, и связанный через день оказывается в своей келье, запертой перед тем. Одежды его были мокрые, а лицо светлое, и все тело как бы живое. Куда-то может исчезать и само существование. Люди, проникшие в сад святого с желанием воспользоваться плодами его труда, задерживаются тайной силой и не могут сдвинуться с места, и в то же время как бы и отсутствуют, ибо 2 дня их никто не видел, но они никого не видят. Предметы теряют свою главную характерность. Вода, налитая во власеницу святого Спиридона, не вытекает из нее, значит, теряет свою текучесть. Бумажная материя, положенная на огонь, не горит. Огонь не прекращает свою силу. Анализ становится не материей. Человеческий труд, без которого нельзя обойтись при производстве вещей или продуктов питания, оказывается совершенно излишним, и предметы появляются сами неизвестно откуда. Икона, только начатая написанием и никем не принесенная, появляется в церкви на место ей предназначенном, сияя как чудо, зерно которого не было переполняет житницы. Здесь вдруг освещается одно место в книге Бытия, совершенно непонятная церкви, утратившей духовность. Потомки Сифа, сказано там, только призывали имя Господа, и Бог помогал им все иметь, что необходимо было для жизни. Человек в совершенной церкви, подобно первозданному человеку в раю. Все, что есть в мире, служит ему. Весь космос. Какое для нас грандиозное, страшное слово. Весь космос ему повинуется. Тот же, кто отдан, вернее, сам себя отдал, во власть времени, вытребовав у Бога полную себе свободу на злое, Каин и его потомство, сам устраивающий свою судьбу, сам также как бы невольно творит свои страдания, немощи, свою великую повседневную заботу. В церкви совершенной, посланной, как свидетель верный, бывает много страданий, труда, чрезвычайные подвиги, но лишь по указанию Божию, как нечто полезное для тех, кому апостольски послана церковная община. Все это в то же время как бы не существует, ибо такая церковь имеет силы всегда преобразиться в райское состояние. Русская земля, киевское время, продолжение. Святая Русь. Мы видели в главе «Солнце русской земли», как любовь, чудеса, великая сила Господня привлекали сердца киевлян к святой общине Печерской, как оживали под ее лучами угнетенные и обиженные не только духовно, но и житейски, ибо все, начиная с князей, бояр, судей, благоговейно слушали святого Феодосия и других печерских святых, их призывы к добру, милости, любви друг к другу и старались исполнять. Видимо, жизнь продолжалась по-прежнему. Торговали, строили, воевали со степью. Но то волнующее, что порождает большой город, жажда наслаждений, приятность порока, отрава всякими соблазнами, лишились своего ядовитого жала. Явность чудес печерских, умиление сердца при встречах со святыми, наполнение сердца благодатью Божией,
изменяли вкусы людей. В земных наслаждениях всегда чувствуется мука, неудовлетворенность. Здесь было непрестающее Божие веселье. В некоторых государственных делах ясно видна вновь наступившая в Киеве доброта. После кончины Ярослава три его сына Изяслав, Святослав, Всеволод, съехавшись, изменили статьи русской правды. Вместо кровавой мести за убийство они постановили взимать штраф, то есть, как говорят историки, совершенно отменили смертную казнь. Запрещено было также убивать несвободного человека за то, что он ударил свободного. Отменен закон Моисея в русском судебнике, разрешавший убивать вора ночью при его поимке. Изяслав на деле показал, что он не желает губить своих врагов. Когда киевляне хотели освободить из тюрьмы полоцкого князя Всеслава, чтобы посадить его на престол вместо Изяслава, они негодовали на последнего за нежелание воевать с разорявшими страну половцами, то некоторые советовали князю послать в тюрьму и убить Всеслава. Но Изяслав не согласился, принужден был на некоторое время оставить престол и уйти за границу. Когда близок Бог к народу, церкви, злые, хотя и творят злое вследствие свободы, данной каждому человеку, но торжество и злоба продолжается недолго. Лишившись ангельской защиты и поддерживаемое злобой общество, ибо оно возлюбило доброту, они сами скоро лишаются земной жизни. Мы знаем, что сын Изяслава, Мстислав, при возвращении Изяслава в Киев, посланный отцом вперед, велел избить тех, которые освободили Всеслава, и посадили его на престол, всего 70 человек. Других ослепить, некоторые при этом погибли невинно. Что на это не было согласия Изяслава, свидетельствует летопись. Если кто скажет, что он казнил всеславовых освободителей, то ведь не Изяслав это сделал, а сын его. Мы знаем, что в том же году Мстислав был убит в Полоцке. Мы говорили, что Ростислав, брат Владимира Мономаха, утопив святого Григория Печерского, вскоре сам утонул в реке. Другой Мстислав, правнук Ярослава, умер от стрелы через непродолжительное время после того, как ранил стрелой святого Василия Печерского, требуя от него указания, где зарыт клад в пещерах. Великие дела Божии творились в земле русской. Конечно, и ответственность народа церкви была велика. В такие времена особенно требуется верность правде Христовой. Сама жизнь выдвигает трудности, которые служат испытанием любви к Богу и людям. Невозможно нам почти через 1000 лет проникнуть взором во всю тогдашнюю жизнь. Однако история оставила некоторые видимости того времени. К важнейшим относится порядок замещения княжеских престолов. Мы подробно исследуем все жизненные события, связанные с этим порядком, ибо здесь русская земля открывается нам и показывает свое духовное состояние, свою жизнь и свою судьбу. Чувства и поступки князей символизируют чувства и поступки всего русского народа, церкви того времени, или, вернее сказать, главенствующего большинства его. Основоположником княжеского очередного порядка был Ярослав. По свидетельству летописца, Ярослав перед смертью сказал сыновьям: «Вот я отхожу от этого света, дети мои. Любите друг друга, потому что вы братья родные. Если будете жить в любви, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов. Если же вы станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете и погубите землю отцов и дедов ваших». Старшему сыну Изяславу он отдал Киев и сказал: «Слушайтесь его, как меня слушались. Пусть он будет вам вместо меня». Изяславу еще прибавил: «Если кто захочет обидеть брата, то ты помогай обиженному». Как бы для укрепления порядка Ярослав сказал третьему сыну своему, Всеволоду, которого особенно любил: «Дожидайся своей очереди, когда Бог даст тебе получить старший стол после братьев правдою, а не насилием». Ярослава история назвала мудрым. У мудрого всегда давлеет главная мысль. Но тщетно мы станем искать в предсмертном обращении к наследникам государственной власти Ярослава какой-либо главной мысли, необходимому руководству для будущего. Когда род станет размножаться и возникнут большие затруднения при замещении княжеских престолов, никаких письменных указаний, ничего, что имело бы законный характер. Мысли нет, но есть призыв к чувству, самому великому христианскому чувству – любви.
как бы уже не сам мудрый Ярослав говорит в последний час своей жизни, а тот Вышний мир, куда должна последовать его душа. В святое время Бог дает святую задачу не умом руководить в государственном устроении, а сердцем. Задача труднейшая и даже неслыханная для государственных деятелей всех времен и народов, ибо всего выше ценится среди них государственный ум. Великое преклонение вызывает он к себе. Интересно здесь отметить мнение о предсмертном завещании Ярослава, одного известного историка-прагматика Ключевского. Завещание отечески задушевно, но очень скудно политическим содержанием. Государственный же, иначе политический ум, не выносит участия сердца, оно мешает ему. Но вот русскому княжескому роду в русской земле завещено было руководиться только любовью, и прибавлено: «Если не будете иметь любви между собою, то и сами погибнете и погубите землю отцов своих». Когда Господь призовет кого-либо к святому делу, Он знает, что оно будет исполнено, хотя бы и не в полную меру сил. Особая помощь Божия дается князьям, им были присущи прирожденные некоторые понятия и чувства. Какие же? Слова Ярослава обращены только к сыновьям: «Любите друг друга, потому что вы братья родные». Но пройдет век, полтора века, князья размножатся, племена, линии их разойдутся, и несмотря на то, все они будут называть себя братьями без различия степеней родства. В летописях мы даже не встречаем названий «двоюродный» или «троюродный брат». Братолюбие, братолюбство звучало постоянно в сношениях князей друг с другом. Иностранные языки выработали особое название для этих степеней родства, на русском же языке таковых нет. Как бы не имел он силы изменить заповеданное слово «брат». Интересно, как говорит об этом историк Соловьев. Важно, когда князья постоянно толкуют, что они братья, и потому обязаны жить дружно, а не враждовать, защищать русскую землю от врагов, а не проливать кровь христианскую в усобицах. Пусть нам скажут, что слова расходятся с делом. Мы ответим, что и слова имеют силу, когда беспрестанно повторяются с убеждением в их правде, когда их повторяют и сами князья, и духовенство, и народ, иногда отказывающийся принимать участие в усобицах. Если эти слова не могли впоследствии прекратить усобиц, то могли смягчить их. Столь ответственное слово, как «брат», «братолюбие», никогда не забываемое и столь трудное при вражде, конечно, есть Божие чудо, помощь Христова, вложенная в уста человека. Страсть кружит голову, но слово «брат» охлаждает страсть и зовет к примирению. Князья легко мирились. Просящий мира тотчас получал его, как бы невыгодно было противникам продолжать войну. Характерная черта этого времени. Было и другое слово, которое единило князей друг с другом. Старший вроде именовался отцом в правду, вследствие добровольного признания его таковым всеми. К отцу в правду князья относились с сыновней почтительностью. Он же был как любящий отец. Произвол с его стороны показался бы нарушением любви. Князья ни на минуту не забывали о своей самостоятельности. Каждое княжество находилось в совершенной независимости друг от друга. Когда в конце XII века один северный князь, Андрей Боголюбский, позволил себе некое деспотическое требование, то истый князь русской земли, Мстислав Храбрый, ответил ему: «Мы до сих пор чтили тебя как отца по любви, но если ты прислал к нам с такими речами не как к князьям, а как к подручным, подчиненным, то нас Бог рассудит». Форма объявления войны. Там, где единство большой страны может быть достигнуто только через братскую любовь правителей друг к другу, жизнь складывается не так ладно, как в христианском государстве с развитым государственным сознанием, где единство достигается всегда при посредстве вооруженной силы, то есть насилия. Великое преимущество первого единства в том, что церковь-народ пребывает свободным, тогда как в государстве, иначе в насильственном единстве, внешняя церковная жизнь всегда в умолении, лучше сказать, подчинении государственному разуму. Но нет ничего необходимее для Христовой Церкви в ее духовном становлении, как духовная свобода. Там, где свобода, помощь Божия и действенна, и видима, хотя как будто беспорядка больше, там же, где закон при посредстве насилия, помощь Божия малодейственна, ибо дисциплина, принудительный порядок – дело рук исключительно человеческих.
царское правление осуществляет холодный государственный порядок. Любовь коченеет от мороза власти. Пророку Самуилу Господь сказал о народе, требовавшем царя вместо судей: «Оставь их. Если не хотят моего правления, пусть будет у них царь». Никакого подобия царской власти не было в русской земле. По общему тогдашнему убеждению, князь был хранитель правды и первый воин земли, а не властитель, как это принято думать о князе в поздние времена. Переводя на обыкновенный язык, он был главным судья, главный защитник данного княжества и в то же время всей русской земли. Его тайное дело заключалось в том, чтобы уживаться с другими князьями и родичами и таким образом хранить всеобщий братский покой. Выражение «хранитель правды» намекает нам на то особое устроение, в каком стремилась пребывать русская земля. Это было христианство в его истинном смысле, как оно открывается нам в век апостольский. Тогда христианство разумелось как жизнь всего церковного народа. Собранием церкви было собрание всех христиан данного места. На нем обсуждались и решались все вопросы жизни, храмовые, бытовые, правления. На этих собраниях каждый был совершенно равноправен всем другим. Через каждого мог говорить Дух Святой, Дух дышит где хочет. Значит, никакого начальства, строгой иерархии, как послушания, не было. Отношения были любовные, и решающим голосом был голос всей общины. Отношения на ветвях русской земли соответствовали этому первоначальному христианству. Тогда, говорит исследователь народных начал русской истории, на ветвевых сходах слышались оживленные речи и споры, в которых люди ветви и князь высказывают какие-то братские, совершенно равные отношения выказывают. Князь так обращался к народу: «Братья, мужи псковичи!» Иногда ветви говорит князю: «А мы тебе кланяемся, княже! А по-твоему не хотим?» Стереотипная фраза, которую высказывалась несогласие с княжеским требованием и выносилось самостоятельное суждение. Такая особая высокая жизнь отношений могла существовать и держаться только при условии, чтобы правда всегда осуществлялась в жизни народной. И это тогда понимали, но не все. В те времена было много святых, а также и святых князей. Правда осуществлялась, когда святые брали верх на собраниях, вечах и вообще в жизни. Противодействие им и торжество противоположных им убеждений и дел означало наступление конца Святой Руси. Как увидим, в середине XII века чрезвычайно ярко, страшно стали друг против друга хранители правды и ее рушители. Согласно пророчеству, зверь победил святых. И вот исследователь народных начал русской истории, глядя на жизнь киевского времени с низин нашего века, определяет ее плоды так: что-то хотело тогда выйти, но не вышло, что-то готовилось и не доделалось. Оно не могло выйти, ибо общее состояние христианства не допускало еще Божьей помощи великой благодатью русскому народу, поборнику правды. Но то, что жизнь начинала светиться, что страданники русской земли наметили верную дорогу для отдаленного будущего, это необходимо признать. Свидетельством высокого состояния народа церкви может служить поучение Владимира Мономаха детям. Это поучение сделалось настольной книгой всех верующих людей того времени. Их домостроем, значит, оно было им родственно по духу. Церковь не причислила Владимира к лику святых, и это есть как бы знамение. Владимир не исключение, он такой, как все. Видимый член церкви в ее добром состоянии. Прадед Мономаха Владимир I святой даром получил особую благодать от Бога, чтобы светить людям. После него церковь вступила на трудовой путь. В помощи ей была святая община Печерская. И вот Владимир II приобрел имя доброго страдальца, труженика за русскую землю. Церковь в его лице говорит о великих плодах своего труда. Поучение Владимира детям знакомит нас сокровенностью души члена церкви в лучшее ее время на Руси. Возвышенный дух объемлет сердце. Сердце горит от близости к нему сердца Господа Иисуса Христа. Бог милостивый, премилостивый вдохновляет творение Мономаха. О, дети мои, хвалите Бога, любите людей, милостыню творите неоскудную, приветствуйте с любовью каждого человека. Никого не пропускайте, не сказав доброго слова.
Не прячьте ничего от людей. Все, что имеете, раздавайте щедро». Это исповедь Мономаха, а не проповедь, ибо сам все раздавал обеими руками. Истина Божия была раскрыта Владимиру. Если ничего не жалеешь для других, и Бог не жалеет ни для тебя, ни для других. Никогда не забывал Мономах, что Бог принес себя в жертву ради любви. Чтобы и люди всегда думали о любви к братьям. Сердце его непрестанно болит, как и сердце Христа при воспоминании о малых сих. Куда пойдете, где станете, прежде всего напойте, накормите бедняка, ищите обиженных. Своим приближенным не давайте никого в обиду. Сами творите суд. Убогого не забудьте. Не давайте сильному губить человека. А свои обиды всегда прощайте. Лишат тебя чего-нибудь, не мсти. Бронят тебя, молись. Не убивайте ни права, ни виновного. Жизнь христианина священна перед Господом нашим. Так говорит человек, который сам всегда во всем уступал людям. Когда Олег пришел с войском к Чернигову, Владимир не допустил кровопролития, а ушел с дружиной в Переяславль. Трудно было там княжить. Но никуда не выходил и ничего не искал все 3 года до княжеского съезда в Любичи, великого дела любви им созданного. Когда после смерти Святополка, которому уступил в свое время Киевский престол, 1093-1113, киевляне снова упрашивали его, он не шел. И только бесчинство, поднявшееся в городе. «Мы будем бесчинствовать», — сказали киевляне, — «если не придешь», — заставили его принять власть. 1113-25 годы. Жертвенностью для блага других человек свидетельствует свое истинное отношение ко Христу. Известно, что Мономах не мог присутствовать ни на одной церковной службе, чтобы не плакать. Лил слезы, как говорит летописец. Это умиление знаменует необычайную близость Владимира ко Христу. Бог любит. Бесценно знать, как передает человек в великом смирении своем любовь к нему Господа. Весь исполнен он хвалы и благодарения. Еще до света просыпается Владимир, боясь пропустить на заре дня приветствовать Господа. «Да не застанет вас солнце в постели. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю. Так делали отец мой, так делали все добрые мужи». Мономах знает, что он не одинок. Когда озаряло их солнце, они славили Господа с радостью и говорили: «Просвети очи мои, Христе Боже, и дай мне еси свет твой красный». И целый день потом бережет он в душе то, что называет страхом Божиим. «Страх Божий имейте в сердце, и милостыню творите неоскудную, людей любите». Здесь начало всякому добру. Как видим, страх Божий Мономах тесно связывает с любовью к людям. Не Бог милостивый был страшен Владимиру, а страшно отойти от него немилостью к людям. И еще нечто отдаляет нас от Бога — суета мира. Необходимо постоянно молиться, чтобы хранить от нее сердце. Если даже на коне сидите, повторяйте непрестанно в уме: «Господи, помилуй». Это лучше, чем думать безлепицу. Иногда как бы великое изумление овладевает Мономахом, и, простирая руки к небу, он восклицает: «Велик Бог! Чудесны дела Его!» Это чувство у Давида в 8-м псалме выражено так: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» А в песнопениях Дня Святой Троицы говорится: «Кто есть Бог велий? Ты еси Бог, творящий чудеса, творящий, творящий, творящий чудеса!» Постоянно возвращаясь к чуду своего существования, Владимир говорит: «Господь хранил меня». И перечисляя множество опасностей, которым он подвергался, и которые часто грозили его жизни, Мономах восклицает: «Дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы, ни зверей свирепых. Хранение Божие надежнее человеческого. А когда наступит час смерти, то никто не спасет, ни отец, ни мать, ни братья. И знает Господь, когда взять нас от земли». Не все главное было бы сказано, если бы не упомянуть о христианской скромности Мономаха. Он сопровождает свое послание таким обращением к детям:
А вы, дети милые, и всякий, кто будет читать сие послание, наблюдайте правила, в нем изображенные. Когда же сердце ваше не одобрит их, не осуждайте меня, но скажите только, он говорит несправедливо». Тот народ церковь, который признавал это чудесное творение Мономаха своим домостроем, то есть в душах которого жили те же чувства, как у Владимира Мономаха, достоин называться Святой Русью. Можно признать, что жизнь Святой Руси длилась от выхода Святой Общины Печерской из-под земли на солнечный свет от 1056 года до конца княжения в Киеве правнука Ярослава Мудрого Всеволода Ольгиевича в 1146, то есть 90 лет. С этого же времени начинают носиться по русской земле злые вихри, свидетельствующие об ее изнеможении. Однако, как увидим в конце, не отстранившие от русской земли до конца Божьего к ней особливого расположения. В течение 90 лет все, занимавшие отчий стол, отцы в правду, правление свое совершали счастливо до своей кончины, кроме одного. Назовем киевских князей и обозначим для ясности время их правления. Первый – Изяслав, сын Ярослава. С перерывом на 4 года, когда княжил Святослав 1072 по 1076, он же с 1054 по 78, 24 года. Второй – Всеволод, сын Ярослава и отец Владимира Мономаха, 1078, 93, 15 лет. Третий – Святополк, сын Изяслава, 1093, 113, 20 лет. Владимир Мономах, 1113, 25 год, 12 лет. Святой Мстислав, сын Мономаха, 1125-32 год, 7 лет. Шестой Ярополк, сын Мономаха, 1132-38 год, 6 лет. Седьмой Всеволод Ольгович, правнук Ярослава, сын Олега Святославовича, 1138-46 год, 8 лет. В жизни и правлении всех этих отцов в правду, видимо, участие любящего Бога. Не все были так высоки духовно, как Мономах и оба его сына, и отец Мономаха Всеволод, были прирожденно малодостойные, но мы видели, что Святополк Изяславович с помощью святого Прохора был преображен духовно, чтобы быть достойным соучастником святого времени. Немощен был первый наследник Ярослава Мудрого Изяслав, и его жизнь и правление, и сама смерть носят на себе печать особливой помощи Божией человеку, трудному для Святой Руси. Остановимся на перипетиях его жизни, которая не могла исправить его, но по воле Божией преждевременная смерть за брата заслуживала ему посмертную любовь народа. Божья помощь в деле Изяслава Ярославовича и Олега Святославовича. После 14 лет, 1054-68 годы дружеского сожительства между сыновьями Ярослава Мудрого Изяслава, Киев, Святославом Чернигов, Всеволодом Переяславль, иногда князья съезжались для совещаний, наступили события, которые внесли некоторую трудность в их отношения. В 1068 году на Русь напали половцы и поразили дружину трех братьев. Половцы рассыпались по русской земле и стали грабить жителей. Киевляне собирались продолжать войну, но Изяслав по неизвестным причинам отказался воевать дальше. Между тем Святослав выступил с небольшим войском из своего Чернигова и храбростью одолел врага. Тогда киевляне возмутились, и Изяславу пришлось бежать за границу. На престол киевский был ими посажен Всеслав Полоцкий, которого Изяслав за его неспокойствие в правлении Полоцком держал в Киеве в заключении. Через 7 лет, когда Изяслав приближался с польским войском, а Всеслав тайно бежал в Полоцк, братья Изяслава по просьбе киевлян просили его занять престол и отпустить польское войско. Таким образом, дело обошлось без кровопролития. Святослав и Всеволод, равнодушно отнесясь к занятию киевского престола Всеславом, породословно и не имеющему на это никакого права, через 3 года вдруг явились в Киев и заставили Изяслава, своего старшего брата, снова оставить престол. Сражения никакого не было. И Изяслав выехал в Польшу, увезя с собой свое богатство. Его место занял Святослав. У летописцев нет достаточных сведений, за что опять пострадал Изяслав. Намеки некоторых историков на властолюбие Святослава неверны. Всеволод, бывший заодно с Святославом, князь, которого летописцы называют из млада боголюбивым, воздержным, за что был любимцем Ярослава, не мог бы поощрять властолюбие брата в его восстании на старшего вроде. Кроме того,
Почему востолюбие Святослава, если был у него такой порок, решительно ничем не проявлялся в течение 18 лет после смерти отца? Если искать внешние причины, вернее думать, что киевляне, уже ранее недовольны Изяславом, даже принудившие его бежать из княжества, теперь обратились жалобы на его правление к его братьям. Говорят, поляки, несмотря на обещания Изяслава, продолжали жить в киевской земле и обижали жителей. Польский король был родственник жены Изяслава. Святослав и Всеволод, рассмотрев жалобы, найдя ее основательной, порешили дело так, как изложено выше. Святослав считал нравственным долгом удержать престольную власть. Этим только и можно объяснить его молчаливое противление просьбам, даже мольбам святого Феодосия возвратить брату стол. Совершенно непонятно было бы это противление при благоговейном отношении, какое Святослав питал к святому Феодосию. Нужно полагать, что здесь была воля Божия. Обличение святым Феодосием Святослава было для последнего Божьим испытанием на его новом властном месте и помощь от превозношения. Дальнейшее постоянное посещение Феодосием Святослава до самой кончины святого говорят о непорочной дружбе между святым и этим князем. Есть еще некоторые тайны в судьбе княжения Изяслава и Святослава. Они были земные правители, но в эти времена Господь поставил благодатным руководителем Руси святую общину Печерскую, духовная власть которой была выше всякой княжеской власти. Неразрывной главой этой общины состояли святые Антоний и Феодосий. И вот Изяслав, постоянно посещая святого Феодосия и, казалось бы, от всего сердца любя его, в то же время два раза показал себя врагом в неразделимой святой двоице, преследуя святого Антония. В первый раз Антоний должен был бежать от княжеского гнева еще до игуменства Феодосия и был возвращен только заступничеством жены Изяслава, польской княжны. Во второй раз Изяслав стал преследовать святого Антония после своего возвращения из изгнания. Он гневался на него, подозревая в каких-то особых отношениях святого к Всеславу в бытность его на киевском престоле. Быть может, святой Антоний не отказывал Всеславу в своем благословении. Этот гнев и в то же время как бы продолжающаяся любовь к Феодосии Изяслава означал неблагоговение ко всей святой общине, противление внутреннее Божиим свидетелям. Гнев Изяслава был столь труден для святого Антония, что Святослав прислал из Чернигова людей, которые ночью взяли Антония и увезли в Чернигов. И столь продолжителен, что святой Антоний успел положить основание монастырю на Черниговских горах. Два раза изгонявший святого Антония Изяслав, два раза и сам подвергался мукам изгнания, вернулся второй раз уже после кончины святого Антония и Феодосия. Так искупил он свое нечестие к лику святых. Святослав, напротив, не дерзнул, как свидетельствует печерский патерик, изгнать святого Феодосия, хотя святой всенародно грозно обличал его. Итак, княжение в Киеве Святослава и изгнание из Киева Изяслава было им в духовную пользу. Промысел Божий свидетельствует свое участие в этом деле тем, что два раза Изяслав возвращался с чужеземным войском, готовый силой взять обратно свой престол. Но кровопролития не было. Дважды ему добровольно уступали. Первый раз сам Киев, второй раз ему уступил Всеволод, принявший власть после кончины Святослава, 1076 год. Следует заметить, что до кончины Святослава Изяслав несколько лет ездил по Европе, ища помощи, даже обращался к папе, но помощи найти не мог. Братолюбие не есть только угождение друг другу, в особенности в таком ответственнейшем деле, как правление княжеством. Поэтому все, что происходило до сих пор, не есть нарушение завета Ярослава о любви. Но вот действительно пришло испытание русским князьям. Всеволод встретил Изяслава с войском, но, не вступая в сражение, тотчас урядился со старшим братом. Однако Изяславу предстояло еще урядиться и с сыновьями скончавшегося Святослава. Их было 5, и все они княжили по разным городам. Изяслав не тронул только Романа, княжившего далеко на юге в Тму-Таракане, Тамань на Азове, Северный Кавказ. У остальных он отнял их волости. Формально, быть может, он имел оправдание, так как отец их самовольно, то есть без разрешения старшего вроде, оставил Чернигов и умер. Княжа не в очередь в Киеве,
по труднодостигаемому уставу обычаю. Об изгоях, мало разработанному для такого сложного дела, как очередное наследование, сыновья Святослава могли считаться изгоями, но очень спорно. Изяслав к осиротевшим племянникам не проявил любви и тем глубоко опечалил Олега и его братьев. Владетельный князь без власти, лишен княжества старшим в роде отцом, значит законно, ибо старшему было предоставлено право вершить такие дела, и поэтому безнадежно. Сам Изяслав, как мы говорили, дважды лишался власти, но то было совершенно иное. И Изяслав, и другие имели право считать это изгнание незаконным. Киевский князь искал помощи у властелинов Запада и получал ее, как равный им властелин. На Олега же с братьями все стали смотреть, как на законно лишенных княжения, чтобы возвратить отобранное, если они этого хотели. Им надобно было поступать разбойнически, приводить наемное войско и воевать с родиной. Оттого в летописи святой русской истории писалось: «Навел Олег половцев на русскую землю». Русская земля часто пользовалась наемным войском, и варяжским, и торгским, и половецким. Сам Владимир Мономах ходил иногда с половецким войском, и сына Вячеслава посылал с ними на Олега в Муром. Но то были законные князья, и летопись не ставит им это в вину. Здесь же, считавшийся изгоем, при посредстве половцев озаряет родину. Итак, междоусобие, сопровождавшееся кровопролитием, началось. Должно сбыться предсказание Ярослава: если не будете любить друг друга, и сами погибнете, и погубите землю отцов своих. По мнению большинства историков, именно с этого времени, то есть с 70-х годов 11-го столетия, и наступает княжеская драка, выражение Карамзина, которая длится до самого конца русской земли киевской, до татарского разгрома. Но это неверный, фактически и по существу. Фактически, потому что в течение 80 лет до 1054 года смерти Ярослава, до 1135 года княжения второго сына Мономаха Ярополка, было только два кратковременных нашествия половцев, предводимых Олегом, 1078 и 94 год. И некоторое время, несколько месяцев, борьба Олега на севере с сыновьями Мономаха. Никаких иных междоусобных кровопролитий за это время не было. Неверный по существу, как мы сказали, согласие государственное, достигаемое любовью братьев друг к другу, проходит через тяжкие испытания и великий труд христианский. Дело Олега и было таким испытанием. С Божьей помощью оно привело к чуду любви. Чудом любви мы зовем полное умерение Олега, святость Мстислава, старшего сына Мономаха, его отношение к Олегу и прозрение Мономаха в истине братской любви. Все это откроется через письмо Мономаха к Олегу в 1097 году. Теперь же рассмотрим точнее отношения Изяслава и Олега в связи с их духовным состоянием. Оба они не исполнили велений братской любви не столько по злой воле, сколько по прирожденной им нравственной немощи. Они были слабые члены церкви, которых спасти могли только сильные, славные члены церкви. Изяслав как бы всем своим существом прильнул к святому Феодосию Печерскому. И Феодосий очень любил его и жалел. Но что значит жалость святых? Это молитвенное непрестанное воззвание к Богу. И вот Изяслав, у которого были какие-то большие внутренние недостатки, молитвами Феодосия, разумеется, и Антония, получал особую помощь Божью. Свои недостатки он искупал несчастьями. Так и теперь. Изяслав, как старший в роде, не только не хотел с отеческой любовью отнестись к племяннику Олегу и братьям его, но поступил с ним, как с сыном своего обидчика, в свою очередь сам жестоко обидел. И судьба готовит Изяславу бесславную смерть в вызванном им междоусобном кровопролитии, смерть не геройскую по тем временам. Изяслав стоял с пешими войсками, говорит летописец, как вдруг наехал один из неприятельских воинов и ударил его в плечо. Рана была смертельная, стоял с пешими войсками, значит, в стороне, не сражаясь храбро во главе войска, как делали тогдашние князья. Такова внешняя сторона гибели Изяслава. Но вот, о чудо! Господу угодно было раскрыть в некоторых обстоятельствах, предшествовавших кончине Изяслава, тайну его жизни. Постоянное попечение о нем Бога через кажущиеся Изяславу несправедливыми напасти жизни.
Когда Всеволод I, поспешивший встретить половецкое войско, был жестоко разбит Олегом, он в великой тоске пришел в Киев к брату. Изяслав сказал ему: «Брат, не тужи. Вспомни, что со мной самим случилось. Разве не выгнали меня киевляне и не разграбили моего имения? Потом, в чем я провинился, а был выгнан вами братьями своими? Не скитался ли я по чужим землям, а зла за собой не знал никакого? И теперь, брат, не станем тужить. Я положу за тебя свою голову». По воле Божией Изяслав сам предсказал свою кончину, как жертву за брата. И когда был убит, предсказание это преобразило действительность и стяжало ему посмертную славу и всеобщую любовь, то, чего не имел при жизни. Так сказывается видимое участие Божие в жизни человека. Летописец говорит: «Тело Изяслава привезли в лодке. Навстречу вышел весь город, священники и монахи пели, но нельзя было слышать пение за плачем и воплем великим, потому что плакал по нем весь город Киев. Смерть за брата умилила всех, кто при жизни два раза выгонял Изяслава с престола». И летописец продолжает: «Сначала киевляне, потом братья прогоняли его из города, и он уходил, блуждал по чужой земле. А когда сел на своем престоле, и Всеволод прибежал к нему побежденный, то Изяслав не сказал ему: „А вы что сделали мне?“ Не заплатил злом за зло, а утешил. Не сказал: „Сколько вы мне зла сделали? А вот теперь пришла твоя очередь“. Напротив, сказал: „Ты мне брат, и положу за тебя голову“, что и случилось. Взял на себя братнюю печаль и показал любовь великую». Теперь об Олеге. У старших любовь просит великодушия, не законничества, а отцовской сердечности, у младших послушания, в случае же обиды – уступчивости. Но уступничество при обиде есть мученичество, для большинства людей дело тяжкое и нестерпимое. И Олег был как большинство, любовью побороть обиду он не был в состоянии и ожесточился, то есть сердечно заболел. Ожесточившиеся начинают ненавидеть людей и к Богу за помощью обращаться не в силах. Они никогда почти не вызывают у людей сожаления. И однако излечить их может только любовь братьев. Трудно это дело. Многие годы пройдут, прежде чем созреет любовь к Олегу. Поначалу все для него принимает зловещий характер. Как только был убит его враг, дядя Изяслав, он терпит страшное поражение. По слову летописца, Олег едва мог уйти в Тмутаракань, то есть обратно, к княжившему там брату Роману. В Киеве на престол садится Всеволод, отец Мономаха, 1078-93 год. Во все время своего княжения он, видимо, находился под особой защитой Божией, когда через год уже не Олег, а Роман с войском, набранным из косогов, черкес и казаров, вздумал идти на Русь, то Всеволод, не вступая в сражение, сумел заключить мир с этим войском, помимо Романа. Мало того, казары при возвращении убили Романа, а придя в Тмутаракань, Олега заключили за море в Царьград, откуда его отправили на остров Родос. Хотя Олег через некоторое время вернулся в Тмутаракань, однако был бессилен во все время власти Всеволода добывать себе княжество в русской земле. Летописец говорит о Всеволоде, что он из млада был боголюбив, целомудрен, любил правду, был милостив к нищим, чтил священников, но особенно любил монахов. По этому выражению «особенно любил монахов» можно судить, что Всеволод был, как и его братья, близок к Печерскому монастырю, ибо любить тогда монахов значило быть под великим влиянием святой общины, ее любви к людям. После кончины Всеволода в Киеве княжил по старшинству сын Изяслава, Святополк, 1093-113 год. Киевляне приглашали Владимира Мономаха, но тот ответил: «Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война со Святополком, потому что этот стол принадлежал отцу его». Святополк, как мы говорили в главе «Солнца русской земли», был вначале плохим человеком, однако совершенно преобразился вследствие чуда, явленного для него святым Прохором, печерским иноком. Но еще и прежде Святополк почти во всем и всегда слушался Владимира Мономаха. И вот странно, что очень доброму Владимиру не пришло в голову, если не по братской любви, то чтобы избежать кровопролития, наделить Олега каким-либо княжением в русской земле. Но, как говорили мы, дело любви при дележе власти чрезвычайно трудно. И судьба опять в своем роде улыбнулась Олегу.
Ему удалось в 1094 году с половцами явиться к Чернигову и сильно стеснить Владимира. Тогда только Владимир уступил. Как говорит летописец, Владимир долго мог обороняться, поджидая на помощь Святополка и других князей. Но он пожалел крови христианской, горящих сел, монастырей и сказал: «Не хвалиться поганым», и отдал Олегу Чернигов стол отца его, а сам пошел на стол отца своего в Переяславль. И Святополк и Владимир, видимо, примирились с тем, что Олег невозбранно живет в Чернигове. Однако ничего еще не предпринимали, чтобы братски протянуть ему руку. Как бы косо смотрели на него. И ожесточение Олега продолжалось. Он не пошел вместе с братьями на половцев, как они предлагали, а отдельно. Когда в следующем году, 1095-м, Святополк и Владимир послали сказать Олегу: «Приезжай в Киев, урядимся о русской земле перед епископами, игуменами, мужами отцов наших и людьми городскими, чтобы после нам можно было сообща оборонять русскую землю от поганых». Олег, очевидно боясь и все понимая по-своему, угрюмо ответил: «Не пойду на суд к епископам, игуменам и смердам». Они хотели совещаться с ним, а ему казалось, что они собираются судить его, в чем-то обвиняют. Не чувствовалось еще дружелюбия ни с той, ни с другой стороны. И правда, как только был получен в Киеве ответ от Олега, братья объявили ему: «Ты не идешь к нам на совет, значит, мыслишь на нас недоброе. Пусть же Бог нас рассудит». Форма объявления войны. Князья выступили против Олега к Чернигову. Тот бежал в Стародуб. Они осадили и Стародуб. Храбро отбиваясь 33 дня, Олег наконец изнемог, вышел из города и запросил мира. Братья тотчас согласились дать ему мир. Но опять сказали: «Ступай к брату своему Давиду и приезжай вместе в Киев к столу отцов и дедов наших. То старший город во всей земле, в нем следует собираться нам и улаживаться». Олег обещал, поцеловав крест. Однако, все еще не доверяя, ушел в Рязанскую область, и отсюда собрался идти в Муром, в северную волость своего отца. Но Муром перед этим был неправильно захвачен Изяславом, сыном Мономаха. Когда на предложение Олега: «Ступай в волость отца в Ростов, а это волость моего отца, хочу здесь сесть и уредиться с отцом твоим», то есть Владимиром Мономахом, «он выгнал меня из отцовского города, то есть Чернигова, а ты неужели здесь не хочешь дать мне моего же хлеба?» Изяслав ответил отказом. Олег начал сражение. В битве Изяслав пал, и войско его разбежалось. Олег взял Муром и, очевидно, соблазнившись легкой победой, взял Суздаль, а затем Ростов, все стольные города севера. И вот выступает тот, кто по-божьему разрешит дело Олегом, Мстислав, старший сын Мономаха, княжевший с юных лет в Новгороде, любимец новгородцев, названный великим, причисленный к лику святых. В это время ему было только 21 год. Он не винит Олега за взятие Мурома. Это была его вотчина. Он просит выйти из чужих областей Ростова и Суздали. «Я с дружиной, — говорит он через своего посла Олегу, — пошлю к отцу моему и помирю тебя с ним, хотя ты и брата моего убил. Что же делать? В битвах и цари, и бояре погибают». Олег не хотел мириться. Он собирался подчинить себе и Новгород. Мстислав с войском направился к Ростову. Олег ушел в Суздаль. Мстислав следовал за ним, Олег побежал к Мурому. Мстислав остановился в Суздале и опять послал с миром к Олегу, велел сказать ему: «Я моложе тебя, пересылайся с отцом моим, я во всем послушаю тебя». Олег послал к Мстиславу с мирным ответом, но сам неожиданно явился на реке Клязьме. Он надеялся, что Мстислав, застигнутый врасплох и распустивший свою дружину, побежит, но Мстислав не побежал. К нему в два дня собралось войско: новгородцы, ростовцы, белозеры. 4 дня ни та, ни другая сторона не решались начать битву. Наконец Олег стал медленно двигаться к городу. Искусным маневром Мстиславов отряд зашел в тыл противнику и поднял стяг Мономахов. Ужас напал тогда на Олега и на все войско его. Оно бросилось бежать. Олег оставил Муром и затворился в Рязани. Мстислав медленно приближался к Рязани. Нигде не мог укрепиться и устоять Олег. Святая несокрушимая сила отовсюду надвигалась на него. Но ничего беспощадного не было в этой силе. Напротив, чудесное сияние милости исходило из нее, суля мир и тишину раздраженному сердцу Олега. И когда Олег выбежал из Рязани, Мстислав третий раз послал к нему вестника: «Не бегай, но шли к братьям с просьбой о мире, не лишать тебя русской земли, а я пошлю к отцу своему просить за тебя». Мстислав вернулся в Новгород и послал к Владимиру Мономаху с просьбой об Олеге.
И вот столь долгое жданное ангелом мира письмо Мономаха к Олегу. «Убедил меня сын твой крестный», — Всеслав был крестный сын Олега, — «прислал ко мне мужа своего и грамоту, пишет: уладимся и помиримся, а братцу моему, убитому Изяславу Владимировичу, суд пришел. Не будем за него местниками, но положимся во всем на Бога, не погубим русскую землю. Увидев такое смирение сына своего, я умилился и устрашился Бога, подумал: сын мой в юности своей так смиряется, на Бога все возлагает, а я что? Грешный я человек, грешнее всех людей. Послушался я сына своего и пишу тебе грамоту. Наш Господь повелевает жизнью и смертью, и однако претерпел хулу и удары, и на смерть отдался. А мы что? Сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и в чести, а завтра в гробу. Посмотри, брат, на отцов наших, много ли взяли с собой, кроме того, что сделали для души? Тебе следовало бы, брат, обратиться ко мне. Когда убили дитя мое и твое перед тобою, когда ты увидал кровь его и тело, увянувшее, как цветок, только что распустившийся, как агнца заколенного, подумать бы тебе, стоя над ним, увы мне, что я сделал? Ради неправды мира сего взял грех на душу свою, отцу и матери слезы. Богу бы тебе тогда покаяться, а мне написать грамоту утешную, да жену его прислать, ведь она ни в чем не виновата. Обнял бы я ее и оплакал мужа ее и свадьбу их вместо песен брачных. Не видел я их первой радости невенчания. Ради Бога, пусти ее ко мне скорей. Пусть сидит у меня, как горлица на сухом дереве, жалуясь. А меня Бог утешит. Суд сыну моему от Бога пришел. Удивительно ли, что муж умер на рате, умирали так и прежде наши прадеды. Не искать было ему чужого, и меня стыд и печаль не вводить. Это получили его отроки для своей корысти, ему на погибель. Если бы ты тогда сделал по своей воле, Муром взял, а Ростов не занимал и послал бы ко мне, то мы уладились бы давно. Захочешь покаяться перед Богом и со мной помириться, то напиши грамоту с правдою. Тогда и волость возьмешь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будем жить, чем прежде. Я тебе не враг, не мститель. Если тот мой грех, что ходил на тебя к Чернигову за дружбу твою с половцами, то каюсь. Когда пишущий брату от души хочет с ним мира и обращается к Богу, прося вразумления, Дух Святой вкладывает в ум его те слова, которые идут прямо к сердцу брата, и сердце его плавит в любви. После письма Мономаха летописец ничего не находит, что сказать об Олеге, очевидно, потому что никаких событий, которая обыкновенно интересует историю в жизни, его не было. Тотчас после письма Олег прибыл в русскую землю, и в его присутствии состоялся съезд князей в Любичи, 1097 год. Там присудили ему и его братьям, Давиду Ярославу, Черниговскую область. Он тихо правил ей еще 18 лет и скончался в 1115 году, через 2 года после воцарения Владимира Мономаха в Киеве. То, что Олег ничем не выразил своего неудовольствия на занятие Владимиром Киевского стола, хотя он был старше Мономаха, свидетельствует о великой внутренней перемене, происшедшей в нем. И дети Олега не вступали ни в какие пререкания с Мстиславом Великим, 1125-32 годы, после отца, занимавшим Киевский престол. Владимир Мономах и Святополк Изяславич. Русским историкам кажется, что Мономах был одинок среди князей, правивших тогда русской землей. Но это от того, что историки не хотят замечать чудесных явлений в жизни Божиих дел в народе церкви. Перетолковывая ясный смысл Киево-Печерского патерика, они не верят ни житиям святых, ни прямым свидетельствам летописцев. Поэтому отрицательные черты жизни они изображают, а о главном безмолвствуют. Между тем нет сомнений, что Святополк, Киев 1093-113 год, и Олег действительно подавали повод дурно о них отзываться. Но в какое-то время об Олеге мы сказали, а Святополк, надо полагать, в самом начале 12 века, совершенно переродились и жили с Мономахом как одно сердце. Этой мистики не в состоянии понять русские историки позднейшего времени. Чтобы убедиться, следует обратить внимание на изображение личности Святополка у наиболее глубокого исследователя княжеских отношений, Сергея Соловьева, на его противоречия,
Так, говоря вначале, что Святополк характером своим представлял разительную противоположность с Владимиром, через несколько страниц своих историк утверждает, что Владимир и Святополк жили дружно. Никто не в состоянии дружить с человеком разительно противоположного характера, можно только делать усилия не ссориться с ним. Жестокий, коростолюбивый, властолюбивый, так говорит о Святополке Соловьев. И опять в другом месте отмечает, Святополк во всем слушался Мономаха. Но ведь было время, когда Святополк очень ссорился с Владимиром. Именно в первый год его княжения полосы напали на русскую землю, и Святополк хотел войны, а Мономах, пришедший с войском на помощь, предлагал заключить мир, то есть заплатить им. Спор был столь продолжителен, что бояре предупреждали князя, что несогласием они губят страну отцов своих. Последствием неладов было великое поражение князей при реке Стугне, где утонул брат Мономаха Ростислав. Далее Святополк после съезда в Любичи 1097 год косвенно был виноват в ослеплении Василька, ибо напуганный Давидом Игоревичем дал последнему возможность захватить в Киеве Василька. И Владимир с Олегом и Давидом пришли с войском к Киеву. Святополк собирался бежать, но киевляне удержали его, послав в стан Владимира его мачеху и митрополита с просьбой не начинать между собой войну. Только этим Святополк спасся. Наконец, прежде Святополк терпеть не мог иноков Печерского монастыря, очевидно, за изобличение князя, это было феодосиевой традицией в Печерах. Но затем, после чуда святого Прохора, стал постоянным и ревностным богомольцем святой обители. Это был уже иной Святополк, который дружил с Владимиром Мономахом и всем его во всем слушался. После смерти Святополка его жена, очевидно, согласно его завещанию, раздала целое богатство монастырям и нищим, так что все дивились. Никогда не было такой милостыни. Любовь к Богу. В те времена княжны, пользовавшиеся полной свободой в противоположность тюремным московским царевнам, руки которых просили, считая за великую честь иностранные короли, принцы, императоры, и многие были повенчаны на Западе. Но также многие шли в монастырь, и некоторые потом причислены к лику святых. Так известная красавица Предислава, княжна Полоцкая, молодой девушкой основала монастырь, и там постриглась с именем Ефросиньи, княжна Полоцкая. За ней последовали ее сестры, родная и двоюродная. Здесь было совсем не то, что на нашем тяжеловесном церковном языке называется «спасать душу», отказываясь от радости жизни. Нет, это была любовь к радостям жизни духовной, нежелание нести тягости земного устроения. То был высокий вкус прекрасной души, для которой невидимый мир, вечная действительность, воистину дарованная нам Богом, бесконечно ближе, чем мир строящийся, вопреки воле Господней человечеству. Тем знаменуется чудесность киевского века – торжество победной Церкви Христовой. Самые далекие, казалось бы, от Христа люди, как мы показали в предыдущих очерках, побеждались не силой, а братолюбием. Во всех родах княжеских, даже почти в каждой семье, были замечательные христолюбцы. Про брата Олега, Давида, внука Ярослава Мудрого степенная книга сообщает – братья любили его до доброго, честного, смиренного. Кончина этого князя сопровождалась чудесами. Его сын, инок Печерского монастыря, причисленный к лику святых, именовался Никола Святоша. К лику святых причислен был Мономах, сын Мономаха, оказавший любовь Олегу Мстислав. В древнем прологе о нем сказано, он был неудержимо милостив ко всякому. Серебра и золота в руки не принимал и заранее узнал день представления своего. Два сына Мстислава также святые, Всеволод Гавриил, княжевший в Новгороде, скончавшийся на княжении в Пскове, и Ростислав, князь Смоленский, на старшинстве в Киеве, 1159-68 годы. И у Ростислава были изумительные сыновья, Роман и Мстислав Храбрый. Драгоценная радуга Святой Руси в каждом из них сияла особым светом. Будем об этом еще говорить. Святость русских иерархов. Борцами за Христову правду в русской земле всегда были иерархи и вообще священнослужители. Большинство епископов были из Киево-Печерской обители. Святой Симон, епископ Суздальский, означил их числом 50 в течение 80 лет. У церковных историков принято жаловаться на киевское время,
что мало сохранилось сведений о делах иерархов. Но это потому, что тогдашние летописцы старались сохранить для потомства святые действия священнослужителей и очень мало, может быть, и совсем не интересовались обыденностью управления начальников церквей, то есть тем, что ныне считается наиболее историческим материалом. Тогда записывали слова святые, слова свидетелей верных, любящих Христа и ближних, и слово этих достаточно сохранилось, чтобы судить о борьбе служителей церкви с противлением Христу. Необходимо познакомиться с существенными чертами этой борьбы, ибо здесь открывается церковная истина во всей ее чистоте, светя будущим векам. Прежде всего следует отметить у борющихся иерархов того времени отсутствие всякой властности. Они не повелевают, не угрожают, не пугают никого ни здешними наказаниями, ни муками загробной жизни. Они тихо говорят, ласково, просьба, моление, печалование. Вот их средство борьбы. Этим, конечно, они свидетельствуют свою духовность. Отсутствие властности поднимает их над миром земных властителей. И с этой горней высоты легче наблюдать им за княжеством, за княжеским уклонением от правды. Власть земная всегда соблазнительна. Даже лучшие, прекраснейшие люди, облеченные властью, иногда могут поступать опрометчиво и забывают о милосердии. В этом отношении письмо митрополита Никифора к Владимиру Мономаху является великим свидетельством. «Что говорить тебе, такому человеку, в похвалу поста, когда благочестием ты воспитан, воздержание твое все видят и чудятся? Что говорить такому князю, — продолжает митрополит Никифор, — который больше на сырой земле спит, дому бегает, платье светлое отвергает и только по нужде, входя в город, облекается в одежду властелинскую? Что говорить такому князю, который другим любит готовить обеды обильные, а сам служит гостям, работает своими руками, другие насыщаются и напиваются, а сам князь сидит и смотрит только, как другие едят и пьют, удовольствие с малой пищей и водой, руки его простерты ко всем. Никогда не прячет он сокровищ, не считает золота, но все разделяет, а между тем казна его никогда не бывает пуста. Кажется мне, мой князь, что не будучи в состоянии всего увидеть своими глазами, ты прислушиваешься к голосу других, и в отверстие слух твой входит стрела. Исследуй внимательнее, подумай об изгнанных, осужденных, презренных, вспомни, кто кого оклеветал, и сам рассуди, отпусти, да и тебе отпустится. Только не опечалься словом моим, не подумай, что кто-нибудь пришел ко мне с жалобой, и потому я написал тебе это. Нет, так просто я пишу тебе для напоминания, в котором нуждаются владыки земные. Многим пользуются они, но зато и несут большую ответственность». Вот изумительный образ письма и обращение к брату истинного пастыря Христовой Церкви. Любовь Христова к людям учит его, и он говорит так же, как сам Господь. Вспомним слова Христа, прославленного, явившегося апостолу Иоанну на острове Патмосе, и повелевающему ему написать семи церквам. Сначала Господь говорит в похвалу церкви, если только она не пала окончательно, как Ладикийская, чтобы смягчить и расположить ее сердце к восприятию необходимого наставления от него, и только затем следует призыв к покаянию. И, наконец, как бы с извинением Господь просит не опечалиться вразумлением. Но что больше всего обращает внимание при этом сравнении слов свидетеля верного со словами самого Христа, что свидетель говорит более осторожно, гораздо менее властно, чем сам Христос. Это потому, конечно, что прославленный Христос Бог, которого слово столь благодатно, значит, полно любви, что, говоря даже строго, он не возмущает душу грешника, а умиляет, то есть привлекает к себе. От свидетеля же верного требуется много искусства. Конечно, искусство любви, чтобы страждущие убедились добровольно подвергнуться врачеванию. Иоанн Златоуст, том 2, слово 3. Невозможно сказать, сколь важно письмо Никифора, этого истинного пастыря церкви, к лучшему, почти святому князю. Какое это великое указание и предостережение для тех будущих царей и императоров, которые, вообразив себя помазанниками Божьими при явном попустительстве со стороны иерархов, зараженных антихристовым духом, не станут нуждаться в советах пастырей добрых, истинных помазанников Божиих. И к престолам иерархическим будут допускать не тех, кого им следует слушаться, а тех,
кто будет раболепно выполнять их собственную волю. В эту же лучшую пору жизни русской церкви, иерархи, будучи очень смиренными, какой изумительный тон выдержан в письме митрополита Никифора к Владимиру Мономаху, были, однако, очень тверды в своем блестительстве Христовой истины. В каждом сомнительном случае они как бы влетят на помощь духовному изнеможению князей. Позднему времени необходимо учиться здесь многому ставшему темным. К такого рода духовному уроку для будущего относится одно дело во время княжения неудержимо милостиво ко всем святом Мстислава, сына Мономаха. В Черниговской области внук Олега вытеснил с главного престола своего дядю, и тот вынужден был уйти в Муром, в северный далекий удел. Мстислав целовал раньше крест, что будет поддерживать всегда Ярослава дядю в Чернигове, и вот он стал думать о походе на незаконно захватившего власть. Но выступил один игумен киевского монастыря, Григорий, которого почитали в Киеве. Он сказал Мстиславу: «Лучше тебе нарушить клятву, чем пролить кровь христианскую». Целование креста считалось нерушимым делом среди князей и казалось великим преступлением неисполнение такой клятвы. Однако созванный собор ободрил Мстислава: «На нас будет грех клятва преступления». Мстислав послушался их и не исполнил своего креста клятвенного обещания Ярославу. Таким образом, Дух Святой через святых этого времени, и Мстислав Святой, изволил выразить здесь христианскую истину. Ничто не может оправдать пролитие христианской крови, даже исполнение креста целования. Не мешая здесь, пользуясь случаем, вспомнить слова блаженного Августина: «Мудрый никакой войны не хочет, всякий человеческий смысл потерял тот, кто какую бы то ни было войну оправдывает». Не было на это двух мнений у пастыря русской земли. Когда много позднее у киевского князя Рюрика, внука святого Мстислава, явилось некоторое недоумение, митрополит Никифор и повторил с исчерпывающей ясностью то же, что сказано деду Рюрика: «Князь, мы представлены от Бога к русской земле удерживать вас от кровопролития. Если станет проливаться христианская кровь в русской земле из-за того, что ты дал волость одному и крест целовал, то я снимаю с себя крестное целование и беру его на себя». Снимаю с тебя крестное целование, а ты послушайся меня. Возьми волость у того, кому ты дал, и дай ему другую. А волость эту отдай князю, который хочет из-за нее воевать. И Рюрик исполнил совет митрополита. Честь княжеская приносится в жертву любви христианской. Единство русской земли было чудом, ибо это было истинное единство Церкви Христовой, которое блюдется только любовью членов Церкви друг к другу. Когда святое чувство такого единства стало меркнуть в народе, иерархия, оставшись верной этому чувству, стремилась возогревать его в народе и среди князей. Огонь любви к своим и к соседям, к ближним и к дальним, горел в сердцах русских священнослужителей. Сохранилась запись черниговского игумена Даниила, как ставил он в Иерусалиме кадила на гробе Господнем. В его рассказе дан образ любви русского иерарха того времени, сокровенной его души. В Великую Пятницу отправился Даниил к королю Балдуину, первый король Иерусалимский, после взятия города крестоносцами, и поклонился ему до земли. Тотчас же из последующих слов мы познаем, что это был за поклон. Тот земной поклон святому, святого каждому, с кем он имеет дело, которому он смягчает сердце человека. Помним земные поклоны святого Серафима Саровского всякому приходящему и знатному и последнему рабу. Перед Даниилом был католик, завладевший святым местом и не поделившийся им с православными. Конечно, ревнители православия уже заранее ненавидели бы такого короля. Но в радости любви Даниил чувствует совсем иное. Ему кажется, быть может, и это и на самом деле так, что и король исполнен к нему любви. Он же поклонился мне и призвал к себе, ибо добр был и любил меня очень, муж благодетелен и смирен вельми и не гордец. «Что надобно тебе, игумене русский?» — спросил король. «Княже мой, господине, молю тебя ради Бога и ради князей русских, повели, чтобы я мог поставить кадила на гробе Господнем от всей русской земли. Он же с тщанием и с любовью повелел мне поставить кадила за всех князей русских и за всех христиан русской земли».
Простое обращение с просьбой к властителю места превращено здесь в великую любовь между королем-католиком и игуменом православной земли российской. И пребывая в Иерусалиме, Даниил не забыл там ни одной обители, где бы ни оставил напоминание имена русских князей и Олега Черниговского, и Святополка Киевского, и Владимира Мономаха, и многих других, без различия, враги ли они или друзья. Вот чувство единства, которым крепка была русская земля. Когда эти люди стояли во главе земли, и все их слушались, вернее сказать, любили их, мир и счастье царили в Киеве и везде. Благоверного князя корень. После кончины Владимира Мономаха, 1125 год, его сын святой Мстислав сел на киевском столе. О времени его правления почти ничего не говорит русская история. Она только сообщает, никаких распри среди князей тогда не было. Что значит это на языке духовном? Как раскрывается святое правление во внутреннем сердечном мире человеческих отношений? Святой на престоле в своем сердце сосредотачивает движение душ правителей царства. Он предчувствует зарождающуюся сумятицу, противление, начало вражды в их сердцах, и как бы оттягивая их в свое сердце, их угашает, примиряет, успокаивает великим трудом своей любви к ним. И так предупреждает всякое волнение, хранит мир. Всем спокойно, кроме святого, мучающегося за всех. Велик труд сердца. Неимоверно милостивый ко всем святой Мстислав княжил в Киеве только 7 лет. В 1132 году, на 56-м году жизни, он почил. Его брат Ярополк, которого летопись зовет «благоверного князя корень», не был святой и не мог заранее предузнать готовящиеся людской невзгоды. Однако 3 года его правления прошли совершенно спокойно. Затем ему пришлось тушить поднявшуюся злую междоусобицу. Но Ярополк умел, как истинный князь Святой Руси, прекращать ее не великими победами, а уступчивостью. Вот как торжественно сообщает об этом летописец. Ярополк собрал множество войска изо всех земель, но не вышел против врага, не начал кровопролития, он побоялся суда Божия, смирился, хулу и укор принял на себя от братьев своей и от всех, исполняя заповедь «Любите враги ваши». Он заключил с черниговскими князьями мир, отдал им то, что прежде они просили их отчину, города по сейму. Через 3 года черниговский князь своими поступками снова заставил Ярополка собирать большое войско. Но когда, испугавшись великих приготовлений киевского князя, собирался бежать к половцам, от своих же черниговцев услышал такие слова: «Ты хочешь бежать к половцам? Но лучше отложи свое высокоумие и проси мира. Мы знаем Ярополкова милосердие, он не радуется кровопролитию. Бога ради он помирится, он соблюдает русскую землю». И действительно, как только последовала просьба о мире, Ярополк его тотчас даровал. Так же, как Мстислав, Ярополк недолго правил русской землей. Скончался в 1138 году. Сын Олега. После кончины Ярополка, 1638, в Киев прибыл следующий сын Владимира Мономаха, теперь старший в этом роде, Вячеслав, князь Туровский. Но вслед за ним из Чернигова явился старший сын Олега, Всеволод, желая занять старший стол. Продолжая славу своего рода, Вячеслав сказал Всеволоду: «Если ты, брат, захотел этого стола, то, пожалуй, буду меньше тебя. Пойду в свой Туров, а тебе Киев». И он удалился в свой город. Для характеристики этого князя следует привести его любимую поговорку: «С молоду не любил я кровопролития». Никто из других князей не возражал против Всеволода, молчаливо принимая его старшинство. И продолжалось братолюбство русской земли. По формальному тогдашнему праву, сын не мог занять старшего стола, если не сидел на нем отец. Олег никогда не был киевским князем, но он и не домогался в свое время стать им. Он был старше Владимира Мономаха. Но когда в 1613 году киевляне стали просить на престол Владимира, Олег спокойно продолжал править в Чернигове. Видимо, князья нравственно ценили миролюбие Олега, и теперь не формально, а по братолюбству признали его сына своим отцом вправду, киевским князем. Всеволод княжил 7 лет. Ему удавалось всех мирить, так что время его было счастливо для русской земли.
И когда, умирая в 1646 году, он заявил, что хочет, подобно Мономаховичам в свое время, теперь утвердить Киевский стол за своим братом Игорем Ольговичем, никто не только не возражал, но все целовали Игорю крест на верность. Казалось бы, как прежде время Мономаховичей, так теперь время Ольговичей сулило русской земле спокойную жизнь. Но внезапно из каких-то глубоких низин киевского мира поднялся дух злобы и восстал некто, отдел которого раздралась вся русская земля. Это был родной сын святого Мстислава, внук Мономаха, Изяслав. Изнеможение русской земли. Нечестие прорастало в большом городе, всегдашнем царстве великой блудницы. Бог хотел и дал великую помощь Киеву, знаменовал этим грядущую в отдаленнейшие времена славу русской церкви. Но, как мы знаем из Откровения Иоанна, до разрушения великой блудницы зверь всегда побеждает святых. И потому ни чудная святость Киево-Печерской общины, ни светлость князей, духовно преображенных этой общиной, не могли до конца уничтожить в Киеве дух противления Христу. Десятки лет являла русская земля некую свою несравненность, но изнемогла. Умоление Печерской обители. Изобилие благодати сменилось духовной скудостью. Это особенно стало заметно в Печерском монастыре. И на бытие его насельников перешло в обыденную жизнь, обуреваемую грехами. Теперь они не других духовно поддерживают, а сами почти гибнут. Святые этого времени, плохо поддерживаемые любовью братьев, впадая в тягчайшие греховные состояния, которые доводят их даже до болезни. Так святой Арефа имел много богатства в своей келье. Для времен Феодосия вещь безумная и невозможная. И никогда не подавал нищим. В одну ночь воры украли все его сокровище. Отчаяние довело Арефу до болезни. Но выздоровев, он раскаялся, раздал нищим все, что у него осталось, и стал великим молитвенником. Преподобный Еразм, который все свое время имение употребил на украшение Великой Церкви Печерской, вдруг впал в искушение. Ему стало казаться, что лучше было бы сберечь деньги, чтобы подавать нищим. Эта мысль долго мучила его, довела до такой болезни, что 7 дней лежал он в бесчувственном состоянии. Но на 8-й день Еразм внезапно встал, как здоровый, и сказал: «Отцы и братья, я видел Пречистую Богородицу с предвечным сыном ее на руках, и она сказала мне: «Ты украсил мою церковь иконами, а я украшу тебя в царстве сына моего».